Аккуратно, видите, на левой башне там читароги шкирят. На самом деле сейчас могли бы спокойно все пулить, у нас, потому что здесь много. Гусь, подай голос. Гусь, голос. Оцени возможность выпула. Что там в бане? Есть? Нет, нет. Это что? Да много там орды. Там много орды. Убьем, дрочим, 20 секунд еще. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. У нас все хорошо. У нас все хорошо. Давайте подходим на холмик волшебный. На волшебный холмик. Сейчас ворвемся в эту. Давайте. Все, давайте за печенькой, за печенькой. Врываемся, мочим. Перемалываем. Мне нужна цель. Я как могу прочитать эту цель. У меня нет цели. Заставим их пожалеть о том дне, когда они начали играть за Орду. Все, дальше не бегите, дальше не бегите. Аккуратно, аккуратно. Не забывайте главное правило. Кто зашел в баню, выхода нет. Дорога в один конец. Ждем гуся. Сейчас резь. 10 секунд. Пока орду перемалываем, где видим. Мне нужна цель. Гусь на лошади бежит. Делает выкуп. А паладин. Гедеон. Кинь ему там фридом, когда надо. Видели этого орка с ником Артикс? Нет, но я на него нассал на всякий случай. Я тоже нассал и отправил Артиксу. Осталось толстяка найти. Нет, толстяк, старый человек, нельзя так травмировать. Воеводу бить, череп поставим. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давайте, бейте его, как будто он вам денег должен. Отлично, гусь, я продолжай. Кокос вывод. Ноль. В смысле ноль? Два. Должно быть еще три. Два. Кстати, у вас, у нас... Точнее, еще два, да, еще два. Поставил черепок, по черепу вложитесь. Райхардик, братик, забирай свободную. А то он что-то мага ебло ломает. И кто у нас там есть? У нас дохера кого есть. Гедеон есть. Райхардик есть. А, я понял. Я не того бил. Похер. Весь дамаг полезный. Убивать-то некого. Ну ты только робы. Без драгов. Все, так, смотрим. Мана-мана. Сейчас, секундочку, секундочку. Буквально 5 секунд без текста к нам пробьет. Там только дров, там нормально. Все, давайте, забегаем, забегаем. Печенька уже там, все врываемся, милики остаются, режут орду на подходе. Рейнджики, ваш золотой выход. Сначала бьем рогу, саны рога там гуся трахает. Бить его. Рогу, а не гуся. Стандарты.
30% гидра вызывает дерево. Поехал. Вообще. Гранату в дракар кидаю. Изи. Блядь, ебать, и он даже на меня, блядь, сагрелся нахуй. 15 минут, 2-4-200. Легкие, быстрые. Ну, я слушаю. Так, ждем good girl. Good girl. Тебя там этот, что ли? Без SSD? Давай, Вейн, пока. Хоть дырочка освободится. Шестьдесят седьмой, пробуем. Долбимся в 67. Так настроение. Чтоб не пускает. Но пробуем. Чем могу помочь? Еще, еще, 67, пихаемся, пихаемся. Не отдаем без боя. Сколько таймер на 67? 40. 40. Ready check делаю. Вдруг я один такой неудачник. О, гусь. Не, без гуся точно на помойку. Раз, два, три, четыре. Четыре человека и гусь. Заходите. Заходим. Врывайтесь. Будете меня смотреть. Какой еще раз номер? 6-7. Спасибо. Что за говно? Где эта 67-я? Давайте макрос гуся. Прожали. Портал поставить. Киша засумонить. Четыре человека. Что, так понял, все? Да, началось. Залупкой по губам. Ладно, я в вас верю, пацаны, давайте. Кулачки сжал. А, подожди, с нами. За родину, за Сталину, за папу Фиша. Давайте, ебите. Че, все по левой стороне на шахту? Не до такой степени. Операция бункер. Мне нравилась операция бункер. Просто мы до нее сами догадались. У них 5 магов. 10 разбойников. Я думаю, стою. Нет, здесь Хан стоит, еще чувак, он визит, долетел тоже. А
Ходи, место еще за тобой. На маунтов вперед. Дардошек кладбище ведем. Если хвост подъедает, говорите об этом. КСК чекаем. На кладбоне человека 4-5. На маунт. Пошли, пошли, пошли. Гусинский, съешь печеньку. Может лучше стать. Я уже не достоин печеньки. Держи ты печенье. КСВ. Надо подождать. Просто малогусился. Господа, все. Все, короче, хорошо. Че ты плачешь тогда? Надо. Кстати, там арта. Все за радости. Давайте, давайте выйдем, давайте выйдем. Мы сейчас с ними будем драться, они на ПСВ порезаются. ПСВ чекаем. По башням работаем, да? Все, все ПСВ пока, ПСВ. Можно фулл сделать. Я пока не могу прочитать язык. Там сзади хвост. Если что, меня отъели, пусть у вас этого воеводу кто-то другой танчит. У нас запасных танков. Фичер здесь? Кауёб здесь, все. Нормально. Любой вар танк. Идем, идем в мид. Танки хило на позицию. Готовьтесь встречать орду у ворот. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чё надо орду? Роги, роги, роги. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вот орда на улице еще. Надо пока не бить трека. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Пулить? Слишком далеко. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Хилить можно! Можно! Отводите воеводу. Ну, Йолен, Йолен, отводи. Не достаю, слишком далеко. Бейте босса. Бейте слева, только не идите за ним. Какой же ДПС! Трек. Сойдет.
Не понял, вы офигели без фишули делать быстрые катки? Сейчас всех забаню. Быстро ставимся, пока прёт. Сейчас ты, док, не ждал. Видите, главное принести готового жертву. Спасибо, вот это и правильно. И катки становятся быстрые. Это правильный подход. Стоп, это... А, не, он... Страват. Висит. Давайте повисим немного. Надо выходить, наверное. Здорово! Висит. Слишком мало народу висит. Рад тебя видеть. Нормально, надо торопиться. Что там за 24-е? Там профил. Старьё. Вижу. Давайте все сбрасываем. Бросили, бросили. Будем спавнить победу выпустительства. Чем могу помочь? Как настроение? 4, 3. Пусть хорош, хорош, 2, хорош, хорош. 1. Попасть 59, проб. Отстань. Ну, блядь, я слушаю. Точно. Удачи. Точно ставим. Кто-нибудь висит? Есть висяки? Выйдите все, выйдите. Три, два, один. Так, у меня висит. Рад тебя видеть. Береги себя. Тоже висит. Ну, я слушаю. В кои-то веки радуешься, что тебя висит. Все очень плохо. Чем могу помочь? Кстати, выходим из всех очередей, ливаем все очереди, продолжаем спа. Ливаем, ливаем. Пусть. 4, 3, 2, 1. Не отпускает нас это 115. 59. Старт. 4. До скорой встречи. 2. 1. Как жизнь? Давайте остановлю. Давайте, Бубен младший. Что привело тебя сюда? Береги себя. Одну минутку. Здорово. Там разомните себе плечи, ступни, пальчики. Бухлишку налей, да? Да, глазками, знаете, гимнастика. Вверх, вниз, влево, вправо. Синс 9, но... Это может быть европейское.
Так, давайте, 10 секунд, просыпаемся, находим Battlemaster, тыкаем в него. Пальчик занесли. Приготовились. Блин. Рад тебя видеть. Доброго пути. 79 у первого рейда, так докладываю. Они снимают 79. 79! Кусинский начал играть грязно. Стрим с вами. 133 пробки. Скорее всего, 133 это первого. Сто тридцать три первого рейда. 79 регайте. Ради интереса, рейди чек на 73. О, много. Так. Первый рейд зашел на 133. Что-то у нас как-то хреново. 5 секунд осталось. Снимаемся, снимаемся заново. Гусь, давай таймер. Это должны новые спавниться, раз первый рейд зашел. 4. Так вышел в Анаине. 2. 1. Чем могу помочь? Что это за очко такое, а? Так, что за 140? Ну... 140. 140 ставимся. Да хрен. Видимо, там уже как раз какой-нибудь AI там. Да? Ебать, кто-то рассыпался. Ну, я слушаю. Там Шрек, по-моему, зашел в гости к усе. Я просто не знаю, как вам доложить новости. О чем? Как есть, давай. Ты переехал, блядь, в молоковоз, судя по звуку. Не, там, наверное, капы теперь стали 2 миллиона, да? Да если бы капы. Ну давай, не томи. Да я пока... Мы пока соберемся, так сказать, с руководящим составом в переговорке. Ливаем, давайте. Таймер. Что, жертвы будут? Жертвоприношениями. Чем могу помочь? 4. Да. 3, 2, 1. Поздно пить боржоми, когда почки отлетели. Выходим на все изочки. 140, а не то. Ты хочешь нас бросить? 4, дай выход на Европу 3, за Орду. 2, 1. Ну, я слушаю. Тебя в какой статье зовут? Меня? Меня никуда не зовут. На помойку. Можем попробовать 140 отбить, ребятки? Попробуйте. То есть ты нас не бросаешь? Тихо, в 140-й попробуйте. Рад тебя видеть. Береги себя. Он немножко далеко, но чем черт не шутит? 140. Да и ничего не шутит. Здорово! До скорой встречи! 24, понятно, бомжи понапрыгивали, блять. Отменяем, пусть продолжают искать.
Может, что, минутку перерыв? Может, сделаем перерыв на новости? Да, до сначала ДБМ Бриак 5. И сейчас. Сейчас сначала. Давайте в переговорную комнату. Перетащу я вас несколько человек. Приветствую. Делаем ставки, какие новости. Гусь не берет это 14. Плакал он долго, поэтому, надо наверное, зарей. Что-то не очень. Ну его же вроде в БРТЗ выпускают. Там непонятно еще. Ну, поскольку новые примы появились, наверное, нет. Прям Гусиска уже один из первых. Должны же быть какие-то преференции. Приятно. Всегда, пожалуйста. У меня только лучшие товары. Выбирай, не торопись.
Так, сейчас давайте на присутствие. Чат. Что, все плохо? Игра? Понятное дело, все плохо, но как бы сжимаем пух и боже. Как настроение? Всем плохо. Просто что-то у вас голос какой-то позитивный. Не знаю, у меня всегда голос позитивный. 131. Пробуем в 131 вставать. Так, Валандес, я так понимаю, на помойке. Вот, это 130. Ready check на то, кто попал в 130. Чего нас так плохо стало отпускать? Раз, два, три, четыре, пять, нет, это многовато. Файн, чего у тебя? Файн. Ну я держу, знаешь, у меня критическая масса 5 человек, чтобы не попали. У нас сейчас вообще 6-7 много. Ну что, раньше такой фигни не было. Ну вот последние пару дней прям вот да, пускай так у Валандес прокнул. Какой? Узяш прокнул. Какой? Ну. Нашу? Потому что только мы когда поливали, мы поливали. Давайте все выходим из 131-го, там помойка. Вышли. Заново. Долбим. Открываем. Допускаю. Кракена. А что за новости? Новости я сейчас скажу, когда мы зайдем, чтобы не отвлекаться. Чтобы дороги назад не было. 55 пробуйте. Может это из-за подсосов, которых там... Ready check. Кстати. Так, уже лучше. Так, полумуж, раз, два. Бруно, трай. 55-й вставаем. Давайте, залетаем как на помойку. Заходим. Все заходим на 55-й. Сейчас подсумоним, поапкаем. Короче, по поводу новостей, у меня очень болят уши от моих наушников, поэтому я хочу купить новую акустическую систему, поэтому все скидываем сейчас по 100 рублей для того, чтобы Шуля мог. Скидываю номер своей карточки 5554522208. Помедленнее записываю. Короче, если вкратце, то все хуево, как бы у нас, как бы все с глазами все видят, что фарм идет не очень клево, и мы все думаем, как бы с этим делать. И учитывая то, что сейчас еще всякие рейды будут дурацкие и непонятные капы, мы сидим немножко нервничаем. Но я не знаю, господин Пишули, как бы жопа еще железная. Я рекомендую всем не паниковать пока. Пока. Вот, и смотреть, что будет получаться. Ничего не понятно, но очень интересно. Короче, да, ничего не понятно, то есть просто это скорее озвучка того, что... У нас все хуево, и мы пробуем придумать, как это хуево исправить. Вот, давай, да. Ну, может быть, это требование ужесточить, там, не это знаю. Это тоже плохо, потому что... Да как, блин, вот... Вот дайте мне сказать, какие могут быть требования... Вот, хорошо, начните с себя. Вы что вообще здесь делаете? Вам что нужно-то от игры, вот от этого дроча альтераковского? Вам что? Вам результат нужен? Или просто посидеть? Просто посидеть, потрындеть там, даже не потрындеть, а помолчать. Побить лейтенанта. Вам что нужно? Вам нужен определенный ранг или что вообще? Вы сами-то скажите. Какие, блядь, требования? Человек должен выжимать из себя сколько может. Он должен качественно, блядь, играть. Какие нахрен требования? Я просто вот объясню. У каждого должно, блядь, быть в башке то, что если он хочет, блядь, адекватный сраный ранг, то он должен быть, блядь, нормально одет. Он должен быть, блядь, с нормальным маунтом. Это не проблема. Блядь, какого хрена я должен с каждого проверять, блядь, и смотреть на это? Смотри, это вообще не про классику. Вот, ну, вот скилл, блядь, человека личностный, это вообще не про классику. Тут вообще знаю, ты можешь быть тихо, безруким барбосом, но у тебя дохуя времени. Все. Еще раз, либо у нас дохуя времени. У нас мы также играем, блять, как и рейд Эйни, как и рейд эффекта. Мы, блять, 150 еле-еле выжимаем.
Первый делает 230, второй, блядь, 280 делает. Это к вопросу о про дохуя сиденье, блядь. Так, хвост, если хвост стопает, то те, кто сзади, дизмаунтятся и убивают. Тысячу раз слышал от того, что классика это не про личный скилл. Это и про личный скилл тоже. Чтобы фармить, блядь, на 150 тысяч больше. Так, давайте проведем вопрос. Кто ебашит? Валандос ебашит, я ебашу. Кто еще ебашит? Фиш ебашит. Этот ебашит на Фе. Ну, на Фе, понимаешь, на Фе все ебашат. Едем за трусиками. Сейчас будем разъебывать их. Давайте на горку поднимаем, внутрь не заходим. Снаружи. Ну, маги с опробованным МКС уже по определению классные. Разъебываем все снаружи, внутрь не заходим, не заходим. Ебем орду. Горки там стоят, аутисты какие-то, давай там. Блять, там все ник, бар. Пиздец у тебя какой-нибудь. Не могу его произнести. Какой? Внутрь. Таен, который портит. Надо подождать. Да всю хуйню, блять, этому Гальвангару засуньте. Ну, паунтить надо по КД. Он как лава-пак. По ночам мне снится, он давай. Он меня пиздит. Потому что вот таунт надо прожимать. Вот прожали таунт. Так. Поднимайте гидравлик, он был сейчас слишком слабый. Тартоша добить, Тартоша справа входит. Это как вопрос, кто ебашит, да, вот это вот, блядь, ебам мага просто, блядь. Чё вы не очень сразу был пойдём? Не, ну он там чё-то на 2000 ебанул, я в шоке был. Я больше не буду пиай кидать, ты, блядь, умираешь. Вот, я даже курсу им не кидал. Так, на лошадей, на лошадок, гондончики на лошадок. Трум-пурум-пурум, и поехали. Чуть-чуть левее встаньте, чтобы вас башни не стреляли. Вот так. Где трусики? По трусикам. Ехайте. Не, может нам вернуться там к предыдущим вариациям, когда четко 7 роли назначались. Сейчас пока не обсуждаем ничего. Сейчас игра. Когда вы заходите сюда, фильм, да? Да, по 20 раз. Как мы любим. Бля, был бы эффект, вообще бы затянулся, пиздец. Слава богу, его не какие нахрен роли? Какие в жопу так, роли? Так, всё, пожалуйста, ничего сейчас не обсуждайте. Ничего сейчас не обсуждайте, Луи убить. У нас сейчас конкретная цель, мы должны до эпошты. РПшные роли какие еще? Чуря девочка. Я к чему собатал. Так, на трусиках в лошадке. Кто этот Хантер? Гармич. Кто это? Я его не знаю. Поехали отсюда, нахуй. Какой-то чмо с металлака. Он мне не друг. А вы друзья. И мне будет очень вас не хватать, господа. Я, наверное, сегодня удалю персона. Короче, свежие новости, у гуся родились гусята, и теперь ему придется время проводить с ними. Убиваем соседей. На КСК все убить. Отлично просто. Уничтожили как Котсмит. Это все из-за того, что это, он на Новый год пил? Собрали гондончик. Гондончик собрались. Кто там едет на меха на страусе? Руни, это наш? Смешная. Ждем тогда Руни ждем, сидим на лошадях. Вот поехали. Вот поэтому ты и ставишь на гуся гондончик, потому что как бы дети, да? Все дела. Ну, напоминаю, что надо предохраняться, да. Ну, понял. Всякое бывает. Никто не застрахован. Вы вырастете, вы меня поймете. Всякое да. Бывает. Будет вам по 40 лет, как мне, вот тогда поговорим. Мне это еще есть вариация. Так, кто тут внутри? Шаман, Хантер, воин. Туртлим, короче, хрен с ними, с этими дебилами. Рейнджики на башне. Мальчики налево, девочки направо, все знают. Все, теперь 4 минуты я молчу. Вы все делаете. Тацу, с тебя клад. Делай, что хочешь, клад он должен быть наш.
трог много, аккуратно, пожалуйста, ребята. Прямо может, если их будет мало, можно воевод повытягивать будет. Сейчас посмотрим. Ты может сюда. Но они вообще не совсем мало. Да. Там внутри, говорят, есть, да. Сейчас чистанем вышки, посмотрим, подумаем. Вышки по-любому уже надо чистить, потому что мы в говне пока. Вышки чистить. Побольше тогда можно даже. Я могу почитать это заклинание. Там где-то трое их внутри. Надо подождать. Фарсы трое, да. Тут за этим, блядь, за забором стоят крысы, смотри. Вверху расстрелять этих крыс. Я пока не могу прочитать это заклинание. Слишком далеко. Не достаю, слишком далеко. Так. Читали молча. Нужно подойти поближе. Ты расстроилась? Не достаю, чего слишком так далеко. Сначала ну вон, гусь уже в панике. Так и бывает, не повод расстраиваться. Ну чё там внутри? Нужно подойти поближе. Каша-то смотрю. Туртным, значит? Может, моего такого-нибудь цепануть? Да, там вообще, вон, ребята, я смотрю, на горочке сказать, лектор вообще, он 100% маны. Это вообще ненормально. Давайте, 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 смотрите, гуси, самого себя хилить, чё? Я хуй, да, да, да. Ману посливать. Я говорю, надо ману сливать, блядь, никто ничего не делает. Поехали, смотри. Давайте, мистер гусь, попробуйте сделать. Ебурю маной, блядь. Ханты с полной маной, блядь, стоят. Вары, ноль раги. Полной маной. Сычары. Как зовут этого стримера, который постоянно говорит это слово? Сучара? Да. Зик? У него это так прикольно получается. Значит, у меня не прикольно. Ну, у него актерское там запомнил, все дела, образование. Я запомнил. Твои сучары все дело в хабибе. Да. Вообще, я вот смотрел его стрим недавно первый раз, вообще не понял, в чем фишка, как стример. Фишка в фишке. Не достаю, слишком далеко. Хотя все, кто вов стримит, это так или иначе скучно, наверное. Ну хуй знает, у Асмон Голда нормально получается, если в английском чуть-чуть. Так он в основном из-за того, что он болтает про всякое разное. Вот вопрос поступил от одного моего знакомого. Так, на свидание с ним я не пойду, если это не девочка. Голды опять хотят занять? Нет. Вопрос заключается в следующем. Так. В чем проблема просто регнуть и пойти на БГ? Угу. Вот. Чтобы не чистить механику классики аддонами, чтобы попадать, видимо, зергом. Что? Вот. Почему мы все вместе собираемся и ходим на альтерак, а не ходим просто вот как по старинке. Заходим и час месимся. Наверное, потому что... Это отвечаю ребятам. Наверное, потому что... Потому что мы хотим больше хонора в час. У тебя знакомый вов играет? Фармит там? Он играет, но он играет в ритейл. То есть он играет на ритейле, ему непонятна классика. Он, ну, то есть ему, наверное, понятна классика, она для него скучная. Скажи, наверное, не мужик. Наверное, потому что это все мои чувства. Вот смотри, есть классический сет. Играете, нет? Есть не классический. Вот классика — это классический. Пусть мифика это для нормальных людей, а для асоциальных аутистов. Есть ванильный, есть клубничный. Кому на инвайт? И арбузно-земляничный. На классический? Все пишу, все фишки. Вместе со 100 рублей на карту я тебе скину. Почему не я забыл карту. Как у нас груз? Нет движения. Все нормально, ребята. Фиш, в личку карту присылай. 40 секунд еще. Где вы там бежите? Какой... Так, мы страдаем... Горды мало, мы уж половину бы изнасиловали воевод. Не-не, я имею в виду... БГ номер. 5-5. Тут полная. Сейчас кого-нибудь зарепортим. Так, секундочку, кого можно? Потрошилочка, репорт его нахуй.
Где он, блядь? Не знаю. Да ладно, нам танк еще один нужен. Танк нужен, да. БСВ нужен. Так, давайте, гусь, нужны пулы, трайхардика, помогай. Бля, я стою на башне, вообще просто уже 2 минуты никого не бью. Замечательно, руку из трусов достань хотя бы. Руки на клавиатуре. Давайте, я хочу видеть пулы воевод. Кладбище наше, башни наши. Сожгли. А дрэк, чё там вообще, как у него дела? Всё хорошо. Не кашляет. Может быть его спулить? Кому нахуй? Сначала нужно выбрать цель. Давайте покурим. Сделай так на стриме, чтобы было слышно мой голос, а не было слышно вам мой голос. Таль, ты стримить начала? Да. Я тебе потом как-нибудь объясню. Мне тут спрашивают, я хочу ответить. Уроды в череп. Убить! Дальше. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Это, блин. Попробуй убить. На гусе там. Хочешь дреку с пулю? А, да. Ага, я понял. Стайл череп. Череп уничтожаем. Второго воеводу забрать. Песиков забрать. Все понятно. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Я уже поставил второй череп. Энджики направо повернитесь, орду выебите. Надо подождать. Я пока не могу. Если куда твою воду убежал. Бля. Надо подождать. Не, у вас как, нормально? Вам танк еще нужен или нет? Да, нужно. У меня нет. Что там осталось? Просто дикое желание. Должно быть ноль. Подальше. Все, собираемся в трусиках, сейчас врываемся, без стука. Как Иридан в сортиры. Давайте, гусь уже там, летаем, орду ебем. Гуся хил, плох ему, ПС, ЖВ, все кидайте. Все внутрь. Орду, друида хилера. Внутрь. Этот класс... Давай, гидры, можешь ебать. Ион танкует. Понял. С меня какой-то ебаный шам. Все запуржил, когда я входил. Тебе не нужно, ты так сильный, давай. Вот фишка сильная. Бежит он на тебя. Тацу. Прощай, брат. Прощай, брат, ты был мне как брат. Главное правило... бойцовского клуба. Зашел в баню, не выходишь из бани. Все здесь, добиваем дрэка. Изи. 16 минут, 4500. Эх, всегда бы так. Всегда бы такая сонная орда попадалась. Давайте сразу, пока они не этот, как сказать. Не Олдин, проснулись. Сколько у тебя кошка? Олдин, кошка сколько? Здорово! Ребят, это страйки, спасибо большое за апати. Давайте, кто ливает, говорите спасибо, ливайте быстренько. Нам надо... Номер карты. Нам надо быстро все делать. Давай, гусь, отсчет. Пока тишина, давай отсчет. 4, 3, а то еще кто-нибудь ливнет. 1. Да пока не разбежались, хуяли. Номер 6. В шестерку долбитесь, как с тебе домой. Так зачем персы удалять? Чтобы не иметь, как сказать, пути назад, отрезать мосты, перейти рубежом. А зачем? Нет, понимаете, вот я сейчас скажу одну вещь. Мы сейчас зайдем на БГ. 27 человек, запускай радича. Так, а где манда? Манда, лорец. Тоже, блядь, без танка не хочу.
Я пытаюсь. Подолбитесь, еще есть 30 секунд. Долбимся, долбимся. Вот оба в танка решили продолбиться. Неприятно. Ну мы тоже люди. Три коричневых брата. Давайте, мы их пересидим. 20 секунд. Так что, два танка есть? Нету! В том-то и вся и хрень. О, меня закидывает. Заходим. Я же говорю, пересидим. Изи. Я зашел. Все. Ну точно. Надо просто терпение, железные яйца. Вот яйца задавили просто. Так вот, почему у меня нет пути назад? Потому что я не всем смогу выделить слоты в двух других примейдах. И если я уйду, а кто-то там не попадет из-за меня, то какая у меня слава будет на Пламеголе? Так что вот так что. Слава Рейна Гульмара. Слушай, забей, серьезно. Думай о себе, тебе надо, слушай, и никто против не будет, если ты будешь двигаться вперед. Нет, зачем вообще игру-то бросать, я просто не понимаю, способ. Вот, да там персонажа удалять, ты чего? Ну, пойдем со мной, чтобы мальчика покачаем, ну, чё ты? Потому что остановимся на полдороге. Всё, потом продолжите свои увлекательные разборы полетов. Так, кто лидер? Кто такой Ультра? Ультра наш? Да, сейчас отдам лидер. Давай, Кусю, кидай корону. Мы уже к Галле подъезжаем, корона еще не передан. Так, слышь, ты ж не души. Приеду, я блином от штанги отпищу. У меня выходные, мне пох. Так, лидер на гусе есть. Гандончик поехал. Предполагается статика все-таки распустить или как-то сохранить? Ну, давайте вот мы эту неделю доигрываем точно, как бы в стандартном режиме, ничего не меняем. То есть со следующей недели мы уже примем решение. Да я все равно думаю, что после следующей недели уже, надеюсь, конечно, будет известна информация по поводу БВЛ и третьей фазы. И на этой третьей фазе очень много что поменяется. В плане того, что если не будет лейтенантов за них даваться, нужно будет думать совсем все по-другому. Там в СГ будет уже тогда. Да, именно что, понимаешь, а это совсем другой примейт. А мы, господа, еще раз я скажу, в СГ никто из нас не сможет. Никто тем более. Не сможет. Никто, абсолютно. Все, пусть сказал, что я не могу в СГ, я удаляю персонажа. Ребята, с вами было приятно поиграть. До свидания. Это да, не в этом смысле. Это что означает? Это означает все 14 ранги, кто мы здесь сидим с хотелками. Так, сейчас надо заехать Гальву. Ребят, фармите, пока можете. Вот и все. Я не сдох, а там видно будет. Стоп, снаружи. Не заезжай, снаружи. Убиваем орду. Много магов сразу. Войны, чаржитесь наверх в эту ракету сразу. Дайте ей по щам. Всё. Добиваем, подхиливаем. Пожалуйста. Спасибо. Заходим аккуратненько. Олег. Прикрой тылы, пожалуйста, товарищ Лектор, чтобы все наши пошли. Слишком далеко. Внутрь. Гидравлика, срывай нахуй. Ой, Гидравлика. Не может. Да блять, его надо таунтить! Вары! Блин, правда. Извините все! Бля, Лектор хотел с тебя курсу снять. Блять, там. Арту. Заходит 20 человек. Свищите с варду, там все под дотами сгниет. Бейте только арту. Готово. Надо резнуть будет Лектор. Лектор, где у нас лежит? На клонбоне, блять. Все, уже в помойке вижу, понял. Ходим. Мусороприемники. Он погиб, защищая наши жопы. У меня к тебе есть претензии. А я не защищал твою жопу или что? Слушай. Не было пейна мне почему-то. Было вообще-то. О, это залет. Так вы так договариваетесь? Я думаю, почему-то мне никогда нету. Очевидно, потому что магия лучше, чем вообще. Я
Я вообще на хила хотела перейти. Так, давим, 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 флагбон. Кстати, не теряем, никого не теряем. Гидру попру, Да я добегу сейчас. Да, вот заодно с лектором там найдете. Побазарить даже. Нужно больше маны. Лектор уже на полпути к вам. Не, все, я вот лечу на полгода. Он уже обратно. На родину. Так, Милинарочка, пожалуйста, сопроводи наших там отчаянных бойцов в Луи. Комбо говорит, ребят. А мы, конечно, развернулись, типа, ебать. 6. Она 6. Нет желания, тут много задевался. И я заберу. Ой, там на кого? Стороны Гальва, сейчас нужно поубивать. И забирай Гальву. Тут миллиард орды, ребята, давайте, все бьем только орду. Таких пуджиков просто танки танкуют и танкуют с ними. Все остальные просто спиздите орду на все деньги. Тут на центре, я смотрю, пиздится, ребята. Сбивайте Близзарда. ДКС на полчаса. Далеко не чезем, давайте возвращаемся немножко. Не, вот этих сколбона надо убить. Да-да-да-да, согласен, Это заклинание еще не готово. Все, 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 возвращайся, господин Эклер. Хватит, хватит. Собрали свою дань. Трусики, собирайтесь в трусики. А вы знали, что за Сунтуриона дает 305 хонора? Да. Я 33 хонора. Трусы собирайтесь, пожалуйста, в трусики, в трусики, в трусики. Там собрали, встали. Буковку лошадь отражали, блядь, сука, пешком пошли. Пешком пошли, спокойно, идем пешком, выносим всю эту помойку. Бля, я почти добежал. Еще один центурион? Нет, тут три кит, ребят. Идите вперед, там сзади есть чувак. Аккуратно, не растягивайся, подождите друзей. Последний у нас идет лектор. Я на него метку повесил, блядь, уже трусы. Надо на метки все, ребят, смотрите, печенька, треугольник. Идем, 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 спокойно идем. Надо сейчас выйти из комбата, все вместе никого не потерять. Никому нельзя умереть. Топ, топ, топ. Давайте в трусиках садимся на лошадок. Вроде все живые, жив цел орел. За это хвост. Хер с ним, едем на кладбище, кладбище разъебываем. Я пока не могу прочитать это заклинание. И стоим на кладбище, пьем ману, пьем урок. Беда зверь, этот маг должен умереть. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Пока на лошадках, на гондончике. Пейте, пейте, мы сейчас будем орду разъебывать. Йолин чуть-чуть не доехал. Давайте в орду, они что-то слишком дерзкие. Пьем. Все, далеко не чезем, разъебали, вернулись к труселям, садимся на лошадок. Блять, прям хочется так рискнуть в один пул сделать. Да, давай, 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 давай. Мужик, не надо, если возможность есть. Нам только их два раза надо будет убить на PSV, а так, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим. Бля, я бы всегда в один пул пулил. Ой, все, не, в залупу, в залупу. Опасно. Все, мальчики налево, девочки направо. Убиваем здесь орду. PSV спокойно берем все дырочки. Продавливаем PSV всегда в первую очередь. Потому что они ресурсы тут. Волочи. Чекайте, отведите, отведите их орду. Все отлично, убиваемся. На позицию. Это заклинание еще не готово.
трусики. Осторожнее со стороны ворот, 5 человек. Воротам, пожалуйста, Эксесса спасти. Эксесс... Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание очень трудно. Правый пёшно зачекает. Ворота зашел, смерть свою нашел. Убивай ты всех курок. Хвост КСВ, попробуйте их. Попробуйте чек КСВ. Нормально. Пойдемте укрытие с кем-нибудь убьем. Бля, там дохуя. КСВ их много. Приходим в рабочий режим. Осада мини-грота. Надо подождать. Зумак, вот, ответственной жопой закон. Денджики на вышке. Что, на башню похер, да, короче, я так понял? Какую? Ну, которые сдохли сейчас, вот можно было отдыхать. Укрытие 2 минуты. У вас там... Ну, скатайся, посмотри, что там, сколько. Да там есть движуха, но не с кем идти. Там 3 человека. Пойдем, пойдем. Пробуйте, попробуйте, поразъебывайте. В крайнем случае, просто иманусы пощекочите. Да, там сейчас откинуло народ с КСВ. Не будут на базу к нам телепортировать, к себе телепортиться. На КСВ там тел 10 минимум. Нормально, вы их хотя бы задержали. Едут, да, сейчас к нам придут, готовьтесь. Ферчик, ты видел, как я разъебал этого вара? Осторожней, скоро идут. Заебись, отдохли. Изи. Абонахен, Боханен. Портанись на базу, наведи там шухер. Сейчас слипнет. Всякие мандалорцы с бруномарцами, пробуйте к нам проехать, если не получается, просто щемите их, чмошки. Там пиздец народу. Я представляю, да. Сам был таким не раз. Взяшу, спасите внизу. Под трусами. Хорошо. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Давайте стакнемся, кто сейчас бежит. Давайте вот дефаем и побежим. Ука ебанем. Там повесил 4 человека. Да, давай. давайте дефнем и пойдем вместе толпой. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Так, у меня странная ситуация. Я застрял в заборе. Я тоже такое делала. Не пролез, что ли? Толстый или что? Как в текстурах. Да, что-то прыгал вокруг. Я там полумуш лутает. Чё там? Эпики? Да. Эпик роли. Ой, ясь. Вот, сейчас подумаю, как выбраться. А, надо сдохнуть. Не-не-не, там можно. Я помню, я выбралась. Я что-то прям вообще... БСВ 20 секунд. Право, не лево. Все, забили, идем дальше. Но бля, ребята, вот те челы, которые упираются в забор или в бревно, вообще на них хуй ложите прям. Но воротник. Вот так, слушайте, господин Агит. Вот бежим за луной, бежим. Я выбрался. Yes. Так, приготовились, подходим на позицию для выпула. Пулим.
силушку почувствовали. Трусики собрались, не обосрались. Пусть начинает божественный выпал. Слушать что-то их много. Морда на входе. Маг 11 ранга, его можно не пропускать. Хорошо. Может дрэк сразу, а? Надо подождать. Как вы на это смотрите? Старты дохуя снаружи. А пути это сейчас еще ХСВ чекнем. Надо подождать. Это заклинание. Только не растягивайтесь, давайте вместе, вот на луне собирайтесь. Так, что луной? Я жду, стою вот всех. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще. Паладос подбегает к нам. Нужно подойти. Забейте, забейте, бегите сюда. Все, поехали. Гладиар, да? Да, убиваем двоих. Маг не будет драться, поехали. Надо подождать. Вы, кстати, если сдохнете, пересетесь на БСВ. А мы сейчас КСВ чекнем. Ну, я к тому, что не сомняйтесь, что там последний, четвертый бой. Сейчас пропустим, стойте, пропустим. Да, да, да. С крысу играть, так. Все, чекаем это говно. Сейчас в спину заходим им. Там приехали? Да, да, давай. Убьем, убьем их. ТП-шцы маг на базу, сбить! Хорошо. Не достаю, слишком далеко. А его добить. Все, бежим. Сколько там осталось, мистер? Там в трапе стоит. Да хуй с ним, нам он, в принципе, хочет. Сколько внутри осталось этих нольников? Все, мы забегаем к вам еще. Этого забиваем, убиваем этого воеводу и заходим. Я орду еще почистил. Все, манки есть 20%. Давайте орду скинулись, добили, которая высовывается. Все, в трусиках собрались, сейчас побежали. Все во внутрь. Все, рейнджичухи, все по боссу. Оставшиеся роги и милики ебут входящую орду. Штандарт не забывай. Стандарт встал, четкость потерял. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Он умуж, смотрите, как напихивает. Прям. Агр срывает почему. Понятно. У меня нет цели. Легкий пусть. Из дипс. Все, ты не удаляешь. Так, ждем аксесса с Йоли. Выходите, ребятки. Там уже 116 пишет. Так, все вышли. Давайте вот. 4, 3, 2, 1. На 20-м 20. Нет прока, в принципе. Да что-то не прокает пока. А если не прокнет, то не ласт? Ну, я
просто надо рано утром ехать. Тацу, ты какой, кстати, хочешь? 14-й тоже? 13-й. А? 11-й. Он шарит, что надо взять. 11-й. Я понял. Ладно. Ну, сумасшедший. Блять, с такими альтераками я уже хочу, блять, нулевой нам. Да-да-да. 11-й у меня уже в среду будет. Так не пойдет. Чё там по регу? Да хуйня, походу. 20 секунд, 25. Отменяйте все. Чё там со 113? Старье. Отменяем. Спавним новый, свежий. Давай, будь. Себя. У меня плохие отчеты. Давай свой. Пессимист. Давай, мой такой. Отчет для слоупоков. Логично, что сейчас будет. Кстати, я вишу. Висит. Да-да-да, ждем висюков, короче. Семьдесят семь. Угу. Пробуем 77. Ну, я слушаю. Что-то не пускают. С чем могу помочь? Удачи. No. Так пробуем пересидеть. Короче, пацаны, стопудово там какой-то прим. Безъечный? У них, да, у нас есть яйца. Я так слежу жизнь за таймером. Буду говорить. Пока еще 50 секунд. Мы начнем беспокоиться где-то секунд за 20 до конца. Запасайтесь терпением, ну, быстрыми руками и носовыми платочками. Здорово! Так, дырка, смотрю. О! Нет. Рад тебя видеть! Кстати, последний разик попробуйте еще в 77 продолбиться. Пробуем. Как настроение? Втюхивает какую-то дичь на 20-м. Вижу. Отбой. Ничего у нас тут получилось. Отменяем все регистрации. Чем могу помочь? Доска. Ой, хотел 33, получилось 44. Ну ладно, давайте расслабимся, помедитируем. Пофлудим. Мусиски, а зачем вообще на игру-то забивать? Ну, если игра не приносит удовольствия, то на нее забивают. А только расстройство. Потому что я не смог в игру. ШП, перед сном только не забудьте твинком сходить на БГ. Потому что ты играешь танком. Если ты игра бы оранцом, немного другая игра происходит. Не, вжиг, к лету, понятное дело, но полгода такого я не вынесу. О, кстати, 25, ну-ка давайте в 77 еще попробуйте запихаться. Потому что, наверное, галю. Да, не, похуй. Просто не начинался, он ждал нас. Давайте, 5 человек есть, мы можем продать 5. Раз, два, три, четыре. Правда, немного. Заходят, смотри. Попробуйте еще долбитесь. Время есть. Кого-нибудь пустило из тех, кого не пускало? Да. 28, Ниртон, раз, два. Давайте заходим, посумоним. ШП, не сдавайся пока. Заходим. Ворота открылись 40 секунд назад. Блять. Ну чё, тур, блин? Не, мы на мужика. Сейчас будет тактика, галактика. Может, сейчас полево? Не едьте, подождите всех наших, подождите. Сейчас подраним, может быть. Подождите, сейчас тактика, галактика от Мишули. Гусь, это игра, так как мы играем. Тихо. За Фишули, видите, едет такой варлок на лошади. Сейчас отвечу. Подожди, а метка где твоя? Сейчас все сделаем, сейчас все будет.
подождем всех, давайте, в трусиках. Вот это там подождем. Сейчас будет тактика галактика. Она, наверное, будет дурацкая, но извините, просто так получилось, что мы зашли в бомж ПГ. На Балинду? Да. Слева постался? Не-не-не, сейчас все будет, сейчас будет красиво. Сейчас тактика халявщи будет. Стоп, теперь смотрите, в трусики, все в трусы. Хочу увидеть, блядь, 50 человек хочу увидеть в трусах. Куда поехал какой-то холи? Не наш. 50? Нет. Хочу увидеть 50, ничего не знаю. Так, теперь смотрите. Раз, два, три. Ёлочка, кури. Поехали. Поехали, поехали. Сейчас на Балинде разносим все вообще просто вот тут. О, халявщик forever. Wait for it. Это, я так понимаю, последняя игра, да? Давайте, вары, реклу, поехали, фридомы. Как нас заморозило тут всех. Это Властелин колец. Мы будем подрывать экономическую мощь Орды, их моральные бесплея. Недолага, танк один здесь стоит. Собираемся в трусах. С тремя работягами. Выходите наружу. Где я полутаю? Если есть желающий халявщик, можете все подлутать. Поехали. На лошадок. Жду всех на лошадок. Сейчас поедем слева. Поехали. Две секунды еще, две секунды. Ждем гостя. Ударным кулаком, чтобы, блядь, чтобы китайцы гордились нами. Лучше бы клабон чекнули, чтобы китайцы гордились вами. Пусть Нераж прослезился. В трусиках. Типа, мои писюны. Пугаем их, не спешимся, пугаем их. Ааа, блядь! Видите, они убегают сами. Магаш мне сапер сдал, сука, со страху. Просто мы банда. Сейчас едем направо, на... блядь, убиваем, слазим и убиваемся, это говно. Я думаю, что этого не прискили. Да-да-да, все хватаем. На ноги бежим. Блин, а, ну ладно. На последнюю катку, конечно, я не хочу последнюю катку делать. Это не факт, что последняя, тихо-тихо. У меня есть тактика, я ее придерживаюсь. И ссать. Так, смотрите, Фиш, Милинара, Мандалорец, Адимак, Эфирчик и Олвин направо за летехами. Пультик сюда. КСК остальные на кладбище, Берите так, там все, сделайте чек, как обычно. Отводите гвардов, убейте орду, которая мешает. Они успели резнуться. Их мочите, козло. Это уже их проблемы. Они сюда не... Что-то они, да, короче. Задние, да. Они здесь похили чуть-чуть на смотровую. Уже не надо, наверное. Молодец, своих вёл, молодец. И, видимо, после Балинда еще охранели. Да, я говорю, они обосрались от такого. Что там? Что там? Надо помочь треугольник. А Балинда убили? Да, не надо, у трусов все хорошо. Пока нет. Не, на гайву мы забили. Запульте сверху. Не надо, Тардона уже убили. Да, все нормально. По Хонору мы... Вы убили? Да, убили. На лошадей садитесь все на лошадок. Тихо, ждем до печеньки. Все, ехайте уже ехайте. Посмотрите, не смогут. Вот, быстрее пойдем второй волной. Пойдем второй волной, я жду вас. Поехали. Бейте маг. Пешком. О, отлично, вот как-то. Вот и хвостик подобрался. Давайте, вперед, все вперед. Кто на лошадях едет, капает кладбище. Кто пешком, подсматривайте за хвостиками, не разбегайтесь. На лошадях до конца идем, да? Нет, на КСК вот этот. Просто спутим сразу, убиваем. Ну да. Вы меня понимаете, это главное.
Я, это блядь, не могу. Все, слезли, убили, все, слезли, все убили, все капнули, все спустили. Идем к хвостике. Малгора убили. Вот тут все. Так, хвостики здесь, садимся на лошадок. Если никого нет, сейчас будет один выпух. На лошадок сели. Я промазал по кнопке. Едем. Там сейчас... лишний воевода уже, но его надо просто потанчить, наверное. Сейчас чекаем на один выпух. Блин, этот лишний воевода спулится по-любому. Все нормально, отхватил его взять. Мандалорец хватает обоих. Мулфорта убиваем сейчас. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Магеры пока убейте Мулфорда, убейте. Сразу штандартный хп и петов снаружи. Вот, блядь! Их убиваем! Воевод. Ладно, вот этих двух по-любому, они прям сразу выпуливаются. Ничего страшного, ёбнет, без проблем. Череп поставь. Череп убить. РДД, разойдитесь от воевод, ну самостоятельно. Трусиков, трусиков, видите, трусики стоят. Трусики молодцы. Надо подождать. Давай, Гусь, уже иди на выпуск. Мандалорец до танка твой. Катки ханты положили, молодцы. Роги, которые здесь есть тоже. Роги, ваша задача встречать телепортирующихся. Баннеры не вижу. Не вижу баннер с небой в группе. Сначала нужно выбрать цель. Надо подождать. Слишком далеко. Вы его отведите. Воеводик, воеводик. Мандалорца хил. Героизм бьем. Барабаны. Бладласт. Чё, да, засали, блядь, семеро против 30. Изи. Блин, да им это, шаблон поломало. Я говорю, это блядь, атака веером. Это наша тактическая конфигурация номер 4. Я услышал, нормально разъебали. Чем могу помочь? Хоть весело было. 134. 134, долбитесь. Он висит. Не, сейчас новая будет. Это и есть новая, если что. Ready check на 134, на всякий случай сделал. Большинство. Что у нас, шипели бабки, тебе не попадает. Пробуйте долбиться еще 30 секунд. Раз, два, три, четыре, да? Куа-ёб. Кау-ёб. Как все дела? Два, секунд. Кауёб не отвечает, может быть, ребятки уже отпали. Приготовились. Заходим, входим, впрыгиваем, принимаем, короче, запрыгиваем на 134. На всякий случай даем сумон, ставим портал, там, пишем макрос, куякро, помогаем. Ты еще раз пошел тактики? Не-не-не, сейчас у нас нормально все будет, как обычно. У тебя тактика галактика, да неплохо зашла. Мне понравилось, кстати. Они просто чувствуют, что тут какой-то прям брейд жесткий. Не ломается. Да они охуели сами там просто. Ну что, хотите по тактике галактики еще раз? Давай еще разок. Давай еще, да. Так, они не бесают. Мы импрувнем. Короче, знаете, как мы поедем на самом деле? Мы вот после того, как их разъебем, поедем справа. Гальм. И смотрите, сейчас наша задача будет очень, так это, как сказать, тайно.
Поэтому за трусиками все прям вот, вот прям шажок в шажок надо, чтобы ехать. Трусики сейчас будут. Не переживай. Сейчас направо повернем, за бараном, да, направо. Смотрите, где трусы. Мы просто не должны спалить свое присутствие вообще. Мы как это. Ниндзя. В снегу. Сейчас также спрячемся за бункером, как не заметим. Только надо на подольше спрятаться. Отправь Рогу, чтоб смотрел. Не-не, все нормально было. Вот, хвосты подобрали. Ждем 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, поехали. Тихо, фишка. Я бы все же не стал. Продавай. Ой, ладно, я уже сказал. Поехали, поехали. Она еще не скопилась там. Да там нету никого. Там вообще никого нет, что это. Ага. Только бегут. Не-не-не, в лицо им сейчас езжаем на лошадях. Атака, матросы на зебрах. За алья. Крысы разбегаются. Да, надо было розу отправлять. Надо ханта. Ну, это будем работать так. Я ожидал, что они такие сыкливые. Какие-то не те. Ну евро сержанты. Собираемся в гондончике. В гондончике собираемся. Плотненько. Из комбата выходим на лошадей. Едем к Гальву. Намаз как-то умудрился сдохнуть. Как? Как? Ну, ясно, они погнались куда-то за фрагами и получили по ебу. Поэтому очень важно бегать с гондончиком. Да, мы так и поняли. Ну, сейчас Фишуля плохо отработал, я говорю, тактика для нас новая, неизбежно провал. Понятно. Вовнутрь прям заезжаем сразу. Ну, давай, полина. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Гидра где-то нашел свой конец. А есть БР у друидов? Есть. Mm-hmm. На входе орду разъебать. Спасибо. Даем за Болинду, за то, что там их не разъебали, разъебем здесь. У меня нет цели. Помогите тому Зяшу ебут. Щит ему. Лоха, блин. Спасибо. В трусиках собрались, не обосрались, на лошадей, на лошадок, спокойно поехали, хвосты не теряем, то дальше, кто спешился, те бейте розу скину, кто на лошадях, крутите флаг. Господин мужик, прикрой тылы, пожалуйста. Прикрой тылы своим телом. Да это, блять. Да, караул. Че с агро у нас, гайз? Простите, извините, я не хотел. Я уже дебилиться просто хочу. Ты хочешь кихами на соседнюю полку? А ты чё встал-то? Алло! Гидравлический пресс. Пробка сгорела, так бывает. Что? Это Луи добиваем и в трусы бегим, бежим в трусы. В трусиках собираемся, здесь отличная зона, чтобы сесть на лошадок.
лишь тут туруруру. Чё за хантер там? Наш, не наш, какая-то вроде наш. Давай, на лошадку. Оп. Раз, два, три. Поехали. Сейчас орду эту выебим. Чё они стоят, смотрят? Чё пыришься? Чмо. Сюда подошёл. Надо подождать. Это заклинание пырится. Надо подождать. Тут у себя дома. Кто на лошадях, проезжайте дальше. Кто спешился на ножках. Смотрим за тылами. Я слежу за тобой, Димак. Твоя жопа в безопасности. Блять, уже теперь моя жопа последняя. Слушайте. Маги. О, Хакат у нас замыкающий. Нет, еще один. Бладбон взяли, лейтенанта убили, Вара, который там что-то убили нахер. Так, Мишуля сейчас приедет, хочу видеть всех на лошадей со 100% маны и горящими глазами. Так, давайте, добейте это говно. Подождите, ждем. Эта орда подтягивается. 2 секундочки, мало. И поехали вперед. Будем давить, к сожалению. Дефональный. В башни забегаем. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Да там вроде 5 человек всё. У меня нет цели. Надо подождать. Батя, такие круги ада пробежал к вам тут. Ты смог, ты не халявщик. Не медаль. И туда въехать, и там больше никого не будет. Можно и водить. Но у нас нет, минус один мал, уже. Дота идти там по полной программе. Каждый хидер по ему повесит, там нужно скупиться. У меня нет цели. Пейн, ну, это самая сильная дота в игре, в классике. А как же Curse of Doom? Ну так. Граблика нет. Естественно. Так, где вас убили, полумуж? Мегазверь, где вы? Да не важно. Тут что, блин, такое было? Помойки, да? Там ШП Вара стоит. Блин, все вынул на улицу! Не хилить его! Не хилить его! Кошика, дохни! Выдели? Фуф. Одно мне друид какой-то. А как не резать буду к этому друида? Да, не резать ни в коем случае. Рандом. По-моему, он специально это сделал. Кошика жив. Ну, может быть, он просто. Я вообще-то тут стояла. Ничего я не делал. Не про тебя, сейчас про медведя мы. Че там? Да, это был зеленый ник. Я что-то не вижу просто, кто это. Мне нужна... А, Skyline, да, это был. Давайте прожмем на него. Просто что-то не... Или уи. Короче, нет, смотрите, ребята, не пишите таких слов, как плохих слов. Мы культурные люди. Много арты заходит в ворота. А Боб-то зачем? Я пока не могу прочитать это заклинание. Для безопасности. Все, стоим, чилим, отдыхаем, расслабляемся, слушаем музон, повторяем танцевальные движения. Это заклинание еще не готово. Лично я буду плакать. Я пока не могу прочитать. Целевой транс. Надо подождать. А я буду какать.
Эксцесс под... А, все. Еще Рогов к тебе в башню зашел. Талия, у меня есть тебе интимный вопрос. Прям так сразу на стриме? Не-не-не. Не, смотри, вопрос. Вот сосиска в холодильнике сколько может храниться, чтобы не испортилась и была съедобна? Только написано, наверное, на упаковке. Если не написано, это просто одинокая сосиска, груз. Когда ты её купил? Нет, всё зависит от температуры. Плюс 2 градуса. Мало. Вечность. Просто потом ее надо будет замочить в воде. 2-3 дня, насколько я знаю. Нет, потом можно съесть, но опасно для жизни. Наталья, что, мастер по сосискам? Я вот тоже не могу понять. Типа девушка должна знать, сколько готовить. Не, вот Наталья просто приятный голос, поэтому... Сексизм, да? Ответ, здоровый, приятный голос. Это заклинание еще не готово. Нам дешево. Там трайхардику просто обкакали. Слушайте, я смотрю на свой хп и думаю, выйдет это или нет. Я поснимал еще чуть-чуть. Там, по-моему, все четыре. Сосиски должны проверяться на укус, то есть ты ее кусаешь, если ничего не вытекает, значит все нормально. Ты бы сажал бы мою сосиску, да? Вообще без вариантов. Кладбон наш, можете вставать. Ворвемся. 10 секунд еще, да, уже можете в орду прям. Заходить. Справа еще быки. Пойду. 30 секунд. А знаешь, как понять, что мясо уже готово? Смотри, ты перестала его... разговаривать? Не-не, ты его кусаешь, оно при этом теплое и не кричит. Значит, нормально. Готово. Чем отличается еврей от Санта Клауса? Я знаю, ты уже говорил, А я не знаю. Евреи лезут вверх по трубе. Нет. Сказал, Санта-Клаус лезет вниз. Так, где запулы? Не вижу воевод. Все, башня тю-тю. Сосиску есть запретили, хочу теперь ебать воевод. Где? Так что там с Санта-Клаусом? Санта-Клаус спускается по дымоходу вниз, а евреи поднимаются вверх. Чего? Я не понял связи. Сжигают типа в крематориях, ау. О, господи. Вот это правильный ответ был. Сейчас я вас всех тут забаню. Осуждаю. Санта Клауса? Уже видно подписи. Евреев. Ты электронную подпись на Твиче куда-то давала? Смотрите, загадка, стоп, загадка. А я на Ютубе, я еще на Твиче не научилась. Загадка, загадка. Специально для тебя, Таня. В машине едут негр, ой, извините, афроамериканец. Осуждаю. И... Смотри, афроамериканец и мексиканец. Кто за рулем? Черный. Таля, твой вариант. За рулем, Таля. Еще раз, едет едет афроамериканец и мексиканец. Кто за рулем? Белый. Третий. Русский. Ну да, наверное. Белорус. Полицейский за рулем. У нас просто в Польше белорус за рулем. Таксисты все с Беларуси. Как у нас таджики, да? Это заклинание. Хорошо, как называется афроамериканская женщина, которая делает себе аборт? Раздел 10 аборт. Так ты хочешь, что я тоже забанили? А ты откуда, Таль, ты где живешь? В Варшаве. В
Фига себе. Что-то, как называется афроамериканская женщина, которая делает себе аборт? Ну давай, дура. Твой вариант. Борец с преступностью. Ну, муж 40 очков. А-а-а. Вы там с одного сайта, что ли, это он читает? Точно хочет меня забанить. Я сам её здесь рассказал. Я сейчас стример пойдет в бан. Так, давайте там, что у нас, где дрэк? Где вы его? Там, там тарарам. Там надо так, меня закалировали. Ой, вывожу я Дректара. Ой, вывожу, точнее, воеводу. Ой, хреново выводится. Нормально. Главное, череп. Эх, как же я буду скучать. Слушай, ну ты реально не будешь нам играть или что? Вот. Тихо, играем. Тут орды много, надо собраться, крысы. Шутеечки кончились, надо побеждать. Жиквин. Эгос, не хилься, пожалуйста. Всем доброе утро. Привет. Пока. Не бейте меня, я просто умру. Внутрь забегаем, гусь. Да, внутрь. Все, давайте, все на палубу. Там 30 секунд. Надо быстро. Ну, хрен с ним. А этот, кто у нас тут есть? Манда, Лорец. Тут? Нет. Я запилила на улицу, сейчас свейдится Дректар. Свейдится. Сейчас вывод еще один будет. Бля, убейте волков вот этих, пожалуйста. Бью, братья, бью. Приготовьтесь, пожалуйста, танки хватать воеводу. Кто-нибудь вар какой-нибудь одеть. Когда заходит? В большом количестве. Минить встречать их. И через сколько воевода будет? Сейчас он будет. Вот он. Хлоп, Одимак помер. Надо же помогать ему. Приводик, топори буром махнул. Сейчас гуся похилить. Я под шелдволом стою. Справа больше там. Все в орду свичнитесь, пожалуйста, что-то она бегает вообще. Рейнджики тоже, убейте в орду, там варлоки какие-то кастуют обоссаны. Убить. Нет, это я дебил дурак. Где он? Он, блядь. Эго, сахильте, пожалуйста. Трайхардику. Все нормально, все пока хорошо. Помощь близка, сжимайте булки. Светился еще? Все нормально, а залетайте на тебе. Кидайте, хотя бы в комнате на вход трапы поставьте. Я по трапе бейте орду. Пером на входе ауешным встречайте. Подцепите тройка. Посмотрите, чтобы клонбон не чекнули тоже. Ну, я стою его на клонбоне. Я дрека потерял. 10%. Да тут он, тут на мне. Живи. 9. Тапками его. Кто твой вон? Да неким. Все что ли? Сдох, блядь. 5. Может дотки дотики? Там хилят его. Его хилят, да. На входе в комнату пристыкнись. Так, не-не-не, надо. Все, он выйдет. Собираемся. На кладбище, еще не все потеряно. На гондончик, не забегайте вовнутрь. Все нормально. Ждем реса всех. Садимся возле
холмика возле кантона, не убегай далеко, надо орду отлавливать здесь. Все в трустиках собрались, бьем, ждем наших ресов. Там сейчас плюс 2 вывода теперь. Да хоть плюс 5. Нас не сломить неудачами. Наше дело правое, победа будет за нами. Понял, отступайте к флагу потихоньку, отступайте к флагу. Тут они походу все, блядь, 21 вот. Человек. 21 всего? Это спа еще, блядь. А подскажи, что у нас на базе происходит? А там никого там, блядь. Потихоньку музыка пулит играет. Надо ждать реса. Да, просто стоим на флаге, ждем всех. Я уже 5 раз не могу реснуться. Сейчас на 6-й реснице, лимит 10 человек. У нас еще 20 мертвых. Просто ждем, просто ждем. Продам секрет, как реснуться в первой самой группе. Быть ближе к черепу. Куплю за 13 серебряных. Так, надо врываться, все реснулись. Упалили тебя. Подонки. Так, давайте. Сзади сядьте прям на лошадок, приготовились, давайте. Врывайтесь, врывайтесь, на все деньги, поехали. Пошли, 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 пошли. Пусть взрывай сапер. Масферы. Красавчик, просто красавчик. Два сапера я увидел, один свой, один еще и кого-то. Ты победный, сапер. Чувствуешь, как пахнет сапер? Это пахнет победа. Это заклинание еще не готово. Пусть давай выпуль. Ай! Воеводу выпулили, все. Точно! Ай такой зашел к Драктару в комнату. Ну, че он опять за мной, блядь, бегает? Сейчас есть время, пока разрез по 10 человек у них. Надо быстрее что-то делать. Вот бьем! Ставил пока черепок, бьем. Это заклинание еще не готово. Ставил черепок. Мне нужна цель. Это заклинание еще не готово. Нехильте, пожалуйста, Малинару. Хилю. Нехиль. Винтами ее. Маг. Не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Нужно подойти. Ярамир, Инокин. Сколько там осталось внутри? Все, все. Ноль. Все, забегаем вовнутрь, уничтожаем орду, уничтожаем дрека. Хантеры, катков 15 штук здесь, пожалуйста. Херачи там ходишь, там борда здесь гнила. Я пока не могу прочитать это заклинание. Почему я клерпов будет? Давайте, мистер. Еще орду, еще орду. Бейте пока орду, дамагеры, орду, орду, орду. Дрека потом успеет. По буинам он чё он бегает, на. Прекрасно. Все, все как обычно. Рейнджики, бьем Дректара, милики, идите на вход и встречайте с дружественным приветом. На вашей задаче организация торжественной встречи прибывающим утром. Димча, как там у тебя дела? Надо подождать. Ну, мы убьем, все нормально, все убиваем. Все в босса, все в босса. Милики тоже в босса. Жопу ему пихай. Это заклинание еще не готово. Изи вообще. Давайте еще парочку. Не, на самом деле, Звалиды вещь интересная, потому что мы не играем так, как играют пуги. Так, ребят, я все. Всем спасибо, всем до завтра. Давай. Давайте, кто сейчас уходит, пожалуйста, поливайте побыстрее. Вот, чтобы мы могли как-то сделать выводы. Вот. Ну, к такому повороту, ну, как у Балинды, они не ожидают на самом деле. 4, 3, 2, 1. Нам тогда немножко больше ждать. Да, да, да. Нам надо отправлять разведчика. Трога идет, стелс и смотрит. 11.
11. Барабанные палочки, господа. Ебать там открывалось. 27, это, кстати, много. 28, походу, всех. Во всякий случай, арче. Бруно, Марсыч. Залетаем. Входим. Потому что, даже если мы их там убьем, все равно мы с ними на клубе не встретимся. Не, фишка в чем? Мы когда бежим справа, да, скипая Балинду, мы играем так, как играют пуги. У них поэтому какая разница? Мы их что там убиваем, что там убиваем, потом все равно на клубе. Тут мы их ломаем. Мы их ломаем и получаем еще больше хонора. Не, еще просто тут фишка в том, что когда мы вот так вот их накрыли в первый раз, мы накрыли всех вместе, потому что обычно мы их там 3-4 человека, а тут мы 2. У них паника начинается, у них генералы не убиты. Они хотят бы быстрее побежать их убить, потому что мы их вайпим и так далее. Короче, кто у нас с голосом? Бахеном, ты с голосом, я помню. Угу. Че, и... посмотреть их, попалить? Когда мы прячемся, да, ты в стелсе туда крадешься и говоришь нам, когда выезжать. А чё в стелс? Я могу на танкере потанцевать. Не, ну так неинтересно. Стелс просто как-то звучит интереснее. Прям незаметно, знаешь. Смерть из ниоткуда. Никто, ничто не предвещало беды. А кто у нас лидер? Ну, если мы их всех вместе вайпнем, когда они с квадбона рейсус еще раз на нас побегут, мы их вайпнем, да? Уже совсем все сломается, они побегут, это лишь бы генералов убить, а не до нас докапываться. Не второй раз на Блинду побегут, а мы на Гальва пойдем. Вот, вот, это главная идея, которую я хочу попробовать. Ну, тестим. Это такие интересные, веселые тесты. Значит, побежали. Ну, их надо тогда два раза вайпнуть. По крайней мере, боевой дух ломается однозначно. Нет, там просто ж сидит вторая группа на Гальве. Ну, мы делали так. Только получается, бегали еще Ука, защищали всем табором. Но иногда все идет не по плану. А чтобы по плану шло, надо, чтобы они взяли кладбище снегопадов и там начали резаться. То есть мы их вайпим, они начинают резаться на кладбище снегопадов, и мы идем за Гальвой, а они уже по инерции идут мочить нашего. Это очень долго, тему пока никого не возьмем. Ну да, это минут 10 вот так вот их вайпить. Спрячемся, господа. Ну, знаете, я согласен минут на 10, если это будет не минут 50. Ну, таким образом, мы еще и вышки жгли. 21 минута, это господа, 20-18 минут, это идеально. Это первое. Потом мы, когда выбегали в прошлый раз, мы выбегали только в это время примерно. Из пещеры. То есть у нас где-то минута есть. Да не минута. Сейчас они уже начинают подбегать. Ну, пробегать потихоньку. Там. Пока у них 60-й маунты добегут. Баги, которые играли в дефе, они знают, когда арда приходит. Бахэн, ну что там? Ну, 12 человек пока. Бью тут первым. Да, едут еще 7-ро едут. 8-10. А чё, 20 есть уже здесь. Ждём, ну, один, значит, генералов убить. 5, можно 4, 3, 2, 1, поехали. Кто, у кого из варов есть рекла? Нет, у меня нет. Бруно, Болрин, давай, езжай. Ещё подтягиваются. Фридомы на варов кидайте. Надо подождать. Это заклинание к чему готово. Я пока не могу прочитать это. Так, внутри есть там кто? Не гонитесь за внутренний, давайте в трусики, не гонитесь за пряжку. И сейчас справа поедем. Сели на лошадей, добиваем. Погоди, людей. Ждем, я смотрю. Садимся на лошадок. И поехали. Никаких стопов. Идеально. Я все равно вижу, дебики начинают летать. Нет, они боятся теперь, они даже не влетают.
не знаешь, что будет, да? Ну вон бежит. А, ну один. Его можно в КС и в бовцу. Он из оставших. Ой, демик, его реакция запоздалая. Встречайте. Залетаем вовнутрь, залетаем. Это заклинание еще не готово. Еще один маг у них зашел, 13. Это заклинание еще не готово. Я не могу прочитать это. Ой, меня зафирял в Улан-Удэ. Надо подождать. Сначала нужно. Все, в трусиках собираемся, отбиваемся. Давайте на пешком побежали. Демики. Вот варлок вообще какой-то этот отбитый, просто отбитый. Он, наверное, 0 хонора получил, но бегает постоянно до. Кто на лошадях проезжает мимо, да-да-да, правильно. Блин, ну все еще жива? А далеко не проезжайте, в трусиках соберитесь, Надо подождать. Какой-то русский залетный туда. Покиньте Эгосу, в трусиках соберитесь, далеко не уезжайте. Теневой транс. Надо подождать. Тихонечко идем. Так, отордюш. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это. Тордюша не было? Нет. Нет. Это доработочка. Так, вторая и шестая пати, пожалуйста, с трусиками. Вторая, шестая и седьмая с трусиками бежали. И этого не было, толстячка. Первая толстячка. Да. Мишка сдох. Господин Яромир, проснитесь. Вы Дардюша будете, господа, там, Хантеры, Мандалорцы. Мандалорец где лежит? Ну, то, что вам нужна, чтобы спойлить, вот эта орда уже подошла. Вот, давите, все дружно, ребят, давайте. Я пока не могу прочитать это заклинание. Гальву надо спойлить Дардюша. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Давим, перемалывай, почему же. Пусть страдают. Пока. Месть за все страдания всего дня. Бежит, он бежит. Да мы сами страдаем. Должна быть инициация. Увидели кириллицу, значит их жопа сейчас будет порвана. Все. По крайней мере, я от этого получаю сейчас хоть какое-то удовольствие. Угу. Хоть что-то свеженькое. Так, какая сказка. Возле флага, ребята, возле флага помочь Ляше. Так, все, Дардюша убили, Луи убили, я так понимаю, да? Да. Группируемся на трусах, перейдем в минное поле, группируемся, блядь. Луи мы убили. Сейчас мы в этих въедем, садитесь на лошадей. Уже сел... Подождите, не торопитесь. Не торопитесь, в трусиках, более плотненько, ничего сведет в трусиках. Поехали, убиваем этих чмошников. На ноге пойдем.
никого не теряем. Кто вырвался вперед, может сразу к подбону проехать. Или что там. Эгос, ты кто по спеку? Хилл. Отлично. ФК хилл, вот так скажем. Ну я понял, нормально. Главное, что чуть-чуть похилить можешь, уже все понятно. Встречу на орду насилуем. Все отверстия. Если нет отверстий, просверливаем и насилуем. Делаем чек на квадзоне. Чека, все правильно. Да. Слишком далеко. Ага. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, собираемся, отбиваемся. Считаем личный состав, потерь нет. На лошадок. Сейчас, возможно, выебим орду сзади. Подождите, пока сели просто на лошадей. Есть потери сзади, там чуть-чуть. Да, сзади. Вот. Хочется их убить. Пусть поближе чуть-чуть подойдут. Подождите, замать. Вот 2 минуты. Кто сейчас встретится по пути башни? Давайте, поехали. Маги спешились. Пробуйте дал кок. 2 минуты у нас есть, нормально сейчас отбьем. Саны и маги слезли, пусть теперь получают по щам. Все, мы немножко разбежались, возвращайтесь. Костики не теряем, в трусиках немножко помогите, вот в трусиках чуть-чуть. И отходим. Мы молодцы, задачу выполнили. В трусиках садимся на лоша. Вы на Марс. Так. Они такие настойчивые. На лошадей. Кстати, поехали. Ненавижу Ханта. Убиваемся по дороге, ждем вышки. Макс Ником Зик. Это не тот? Нет. Он на Альянс сейчас играет. Тактика выжженной земли. Захватываем все. Не могу прочитать это заклинание. Куру, млеко, яйки. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Хотите с ПСВ? Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. С ворот идут. Надо их, наверное, больше раскатывать, чтобы нас больше было, тогда они будут сильнее бояться. Можно въехать их под Балинды, а потом еще на КСК въехать. Да, раз там вайпнуть. Ну, как мы первый раз сделали. Мост. То есть, типа, это на самом деле вариация тактики. То есть, слева ехать, чего да? Вы на мосту встали? Жду хила, например. Я за конфеты ходил. Я покакал. А где трусики, нужна вышка, помощь, смотрите. Ребята. Где трусики, нужна помощь. Правая вышка. Это у нас весело. Теряем людей. В воротах. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вторую башню сейчас тоже заберут. Левую, правую, восточную, западную. Левую. Справа все норм. Про УК, наверное. Про УЛК.
Там много просто, они нормально дефят. Попробуйте, а как только сгорит, пытайтесь. Время есть, 3 минуты, просто людей надо. У вас там есть люди. Давайте. Старайтесь вместе заходить. Блин, а жрачка все хорошо. Демон. А из еды в холодильнике только сосиска одна, которая уже, блядь, месяц, наверное. Аналогично, Фиш. Я вообще с вчерашнего дня почти ничего не жрал. Пиццу эту. И все. Эх! Жил бы ты в нормальном Питере, не в своей деревне. Можно было бы собраться, пиццу пожрать. Вот ты в Питере? Давай соберемся, поедим. Башню дефнули, вроде. Красавчик. Не могу прочитать это заклинание. Так, давайте потихоньку просыпаемся. Сейчас все будет. Сейчас начнется настоящая игра. Да. То, ради чего мы все это. Ради чего я вас сегодня здесь собрал. Так, как бы нож. Да, башню еще раз, Лев. Кто сейчас рестнулся? На западной башне кто-то есть? Никого нет. Она сейчас горит уже. Все, там даже похуй будет чекать, и она не горит. Хорошо. Слишком далеко. Какой внутрь? Давай, пусть все в твоих лапах. Раз. Ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Ну не в моих. Пусть и так этого ждал, наверное. Орды много, ребята. Пить, пить. Ой, блядь. Прочитать это заклинание.
Ну бейте, вы где все? Орду отгоняли, сейчас все будет. Не души кучу. Просто было много орды, мы выписали профилактических людей. Надо подождать. К тому же ты же знаешь, черепа нет, ДПС нет. Пуг. Это заклинание еще не готово. Далее, а как тебя занесло, Баршаву? Я пока не могу прочитать это заклинание. В смысле, сколько ты лет там? 3 года. Это заклинание еще не готово. Ты умеешь говорить по-польски? Очевище. Что? Чего? А фирменный умеешь? Шепше. Ну кто запомнил еще одного воду? Вот и танчить его сами. Так, нет, давайте вот без сами, пары, разобрать. Есть Гедеон, Гедеон. Танкуй. Блин, завтра чертов рейд, а я без бафов пойду. Я извинюсь и скажу, праздники на 5-е число не считается. Не пойду я в ДМ сейчас. Да потому что нету чистого ДМа, сейчас что, трибут собирать? Это просто долбанешься. Так купи. Вот, я так вчера делала. Но мне просто ребята помогли скинуть. У меня 23 голды, блин, 24. Ханта купи. Голду купи. Эх, Тахитыч, Тахитыч, слышишь ты нас? Эфирчик, я не из России, поэтому мне легко удалось. Надо подождать. Понял. Ох уж ты, жители Европы. Украина — это Европа, вот именно. Надо подождать. Кто нас скачет, тот нас скачет. Осуждаю. Нужно подойти поближе. Москалей? Москаляку на еля. Как свалиться? Осуждаю, здесь? Боже мой. Давайте всё. Политики, да-да-да, вот я об этом сказал. А я вот поддерживаю полностью. Так, ух, эти москаляки. Да, ой, что-то не, без политики скучно. Ну, мы выкуиваем, ребят. Как вы относитесь к Кандалине Райс? Ху. У меня она же вот... всё, она же закончилась. Не, давайте с другой стороны зайдем. Народ, чей под город? Ну, Артикса и Толстяка. Алло! Просто есть, ну, мысль, что его узурпировали. Нежить. Не знаю, сколько не заходил в подгород, там все время Артикс и Толстяк. Кстати, да. Следующий момент тогда. Еще я с ними был. Там, видимо, прятался где-то. Что сбил Смертокрыла? Титаны. И есть другая версия. Гравитация. Бессердечная ты, сука. Есть версия, что это тоже были урки. Давайте, давайте быстренько убьем Дрека и на последнюю каточку. А завтра, господа... Да. Завтра, господа, мы собираемся... А знаете, мы во сколько собираемся завтра? Мы собираемся в чат. В час по московскому времени, господа. Ну, сначала мы собираемся на печеньке. На печеньке внутрь. Зачем вы идете? Все, ждем, пока там принесут жертву. Это была жертва богу Лута. Давай, забегай, гуси. А по Варшаве во сколько? Давай, ебем гусей. 2 часа с Европой. Угу. Я шарю. А есть хмау, по-моему. Чего еще раз? Хмао. Блин, как же херово, когда к вам приезжают уже пьяные родственники. А я слышала да, голоса, спать. Когда ты мне звонил. Было весело. Я их еле-еле проводил, Наташа. Стоп, что там с вышками? Показалось ли, что-то горело? Нет, наша. А, наша, все.
Так, ладно, ребятки, я жрать хочу, как вообще демон адский, поэтому я вас покидаю, пока я поавкаю. Так что... в общем, давайте сделаем последнюю карточку. Изерните, ну, ответь, пожалуйста, в дискорде мне. Да, сейчас посмотрю, что там мне написал. Вот, делаем последнюю карточку, завтра собираемся в час, чтобы все выспались и все, блин, были. Давайте отсчет. Ось, давай мы просто после откатки своего поговорим, тебе его голосом расскажу. Ну давай. 131. Удачи. Заходим. Все зашли? Сейчас я гляну. 131. Поздняк метаться. В каком смысле? Все зашли. Мы так же будем, да? На Болинду? Нет, мы без Болинды сейчас. Так растягивается все. Попытаемся побыстрее, если что, через АФК пропишем. Завтра мы в час собираемся. По-любому будет фишка, по-любому будет тацу. Я не знаю, насколько я в рейде завтра зависну. Но я думаю, что за 2 часа мы успеем и ММК, и Аниксю убить. Я могу, в принципе, с вами походить, и эту неделю я кап уже себе нафармил. Вот, мне, в принципе, особо фармить альтрак нахер не надо, если есть слуг, могу, в принципе, сам побегать. Ты уже нафармил кап? Ну, мне нужно было 200 тысяч, чтобы для следующий ранг на эту неделю. То есть, как бы, если бы я выфармил БР2, мне ничего бы особо роли не сыграло, то есть, как бы, у меня все равно был бы плюс один ранг и все. У тебя вот есть эта команда? Вот эта вот команда. Есть, да. Прожми, пожалуйста. Ну, у меня было 90% следующего ранга в начале. Прожми вот сейчас команду. Просто я посмотрю, проверю, сколько у тебя напишет RP to next rank. Секунду, сейчас я найду ее. Я тоже хочу такую команду. Я тебе ее скидну. Вот она мне не работает. Нашел, прожил. В Дискорде есть же скрипт. Нет. Ага, RP to next rank 7300. Я понял. То есть это вообще... Я понял. А мне вот 11 тысяч надо. А меня, прикинь, в третий брекет не пускают. А почему? А потому что мало хонора у тебя, гусь. А мне нужен по-любому третий брекет на этой неделе. Ну вот как ни крути. Забей, сейчас через 2 недели рейд не развалится. Вот, и будет один, я думаю, очень сильный рейд. А почему через 2 недели рейд не развалится? Потому что через 2 недели Эйнь себе апнет 14 ранг. Он не будет вводить, ну типа после того, как апнет. У меня все зависло. Он не апнет что-то. Он же 12, то как он же 2 апнет 14? Ну, у него уже 13-й был на прошлой неделе. У него сейчас 51 тысяча. Ему еще 4 недели вроде, включая минимум. Ну, подождите, он фильдмаршал. Это какой? Он 3-4 недели. Если идет, никакого... А стопают. Он на эту неделе, а потом маршал. А, точно, извиняюсь, это я тупанул. Так что еще месяц играть. В первом брекете еще месяц, да. Да, даже побольше. Да, даже побольше. Да не, на самом деле, как бы... В принципе, давайте наберем варов, чуть-чуть палов. Палов я вам подгоню. Штук 5. Вот, и просто будем делать, как они делают. Подожди, так ну, это же будет через месяц. Это, блин, так дело не пойдет. Месяц ждать. Нет, я имел в виду, что прямо сейчас, вот, грубо говоря, там, за завтрашними днях. Серьезно? Давайте попробуем, хуже-то не будет.
Новый тактик. Ну, ну как, то есть, в принципе, там Зафир, Себастьян, Эколастик, Айка, что же там. Они все покинут Эйне? Блять, они же все покинули вошли, в принципе, причем без моей инициативы. Подожди, серьезно? Ты их приведешь обратно? Ну да. Я думаю, Эсколастика не пойдет. Эсколастика пойдет. На самом деле. Эсколастика пойдет за остальными. Он за люминами пойдет, мне кажется. Ну да. Серьезно? Подожди. А почему такое возможно? Это как? Рейд Эйни, что было в Рейд Эйни? О Рейд Эйни вообще, в принципе, никто не знал. Вот когда меня зафармили за эту лошадь, на самом деле, вот мне написали просто чуваки, что типа давай мы тебе там скинемся на лошадь, вот, и просто пойдем в другой рейд. И меня в Рейд Эйни, в принципе, позвали просто. Даже на лошадь скинулись. Ну да. Да, мы скинули с гильдой на лошадь, а что? Очень было обидно слышать такие слова. Тихо, подожди. Все гильдой были из нашей гильдии. Айкаши, Себастьян, Николастик там и так далее. Так оно, вряд ли они откажутся от такого сладкого в прима Эйне в пользу какого-то гуся. Этот сладкий Эйни прим делаем мы на самом деле. Хилы. Ой, гусь. А чего никто Луини заполил? Да, блин, я что-то в комплексе застрял. Нет, я согласен, что без хилов ты прим не соберешь. Да, пока бейте. А хилов нормальных, которые готовы сидеть очень долго на попе, очень мало. Надюшеса. Да нормальных хилов всегда было мало. То есть вот все топ-гильдии, которые я знал, да, там никакого особого скилла никогда не было. Они тащили только за счет того, что у них хилов были руки. Ну, по сути, да. Как речь в классике, как раз память, блядь, флешка и клинс. И геймплей, блядь. Ну, подожди, но... Изернити, ты серьезно? Я просто, ну, я не знаю, что мне тебе... предложить взамен за такое. Я бы был очень счастлив. Просто ты мне вот, понимаешь, я уже был близок от Character Delete. Вот серьезно. Я готов был доиграть это КД и удалить персонажа своего. Не, ну помнишь, как бы Катку, вот когда я просто позвал всех хилов из Ревения, там пришел Зафир, пришел Айкаши, пришел Себастьян, и мы пошли просто с вами сыграли, и вы начали выигрывать. Как бы, то есть, все хилы ливнули с Рейд Эйни, которые в этот момент играли. Я просто... Я готов покарать тех людей, кто тебя обидел. Они больше с нами играть не будут. Если так все будет, подождите. Я не верю в это. Сзади там немного. Закурил аж. Подождите, это он кальян раздувает, чё вы, блядь? Йориан спрашивает, зачем им ливать с хорошего статика в нас. Так было смешно. Хороший статик? У нас плохой статик, на самом деле, ну вот. Хороший статик, ребят, делают люди. Вот просто, напросто всё. Просто там, когда, как очень много замен, когда состав постоянно меняется, когда люди... Даже которые там более-менее постоянно там бегают без аппрувного КС и рассказывают, что это нормально. Просто нужен скилл. Че, Вадим, может? Прочь. Сейчас давайте Вадим сделаем. Не, ну без проблем, давайте завтра попробуем. Я просто позову всех хилов. Это вот. Варов наберем. Ну уж варов, я думаю, найдем. Да у нас и в гильдии есть вары. И гильдейские все вары. Все вары пойдут, то же самое Бомбартл, но пойдет с нами. Я вот даже Барбарищу готов взять. Не, он там так хорошо с Эйни ходит. С Эйни он ходит, потому что там слоты есть. В
потому что мы почитали, как бы, то есть, ну, я вот, например, эту неделю отказался фармить, ну, потому что просто я ебанусь, если я еще и эту неделю буду фармить. Вот я прикинул так, что мне на этой неделе... На этой неделе мне 300 тысяч хватит, вот, я 300 тысяч нафармлю и хорош. Чекнуть КСК. Прям чувствуется, что у нас хила не хватает. Ребят, чекнуть КСК. Бегите уже на Драктар, мы уже бьем шамана. Драк 70. Орду. Хорошо, я чекну. Я все равно здесь. Орду. Магов. Все, опять Драктар. Яромир умирает. Да, Наташа, видимо, мне придется остаться в гильдии теперь. У нас офигенная гильдия. Какая? Люмен. Кай. Так, сейчас, ладно, мы... Это была не последняя катка. Я сейчас быстренько с Эзерните говорю в переговорке. Босса давай убить. Да, босса главное убить. Че, перекур тогда, да, будет после катки? Давай. Ну, окей, в принципе, стронг в прямые деньги не нужен. Вот, в принципе, его можно перетянуть. Мы с ним ходили раньше, с Муром еще. Помнишь? Так, подожди. Все, подождите, перерыв. Я из Эрнити перетягиваю в переговорку. Как у вас все так мило? Оно-то мило, но ты знаешь, это пока все только... Let's see, как говорят. Вы заметили то, что мы пиздели и убили за 10 минут? А просто они не дефали сильно. А, во-первых, они не дефали. Ну, как бы они дефали. Просто все роги стояли и душили их, пока не тпшили. Да не, плюс народ отдыхал на предыдущих. Ушел 10 урка. Да, потому что на автомате все происходит. Да, потому что тут пиздели на одну тему и были в одной струе. Когда вот каждый начинает пиздеть про какую-то хуйню и себе там вымышлять что-то в голове, какие-то фантазии, рассеивается внимание и начинается херня. Можно сразу, в принципе, пулить, если мелики будут стоять и принимать сразу мага. Это тех, не всегда так. Там бывает такое, что два раза с небольшой периодичностью тебя в ногу садят, а потом еще эфир добавляют. Там я можно пулить, один, если внутри никого нету, кто может это все сбить. Если внутри как бы все нормально, можно пулить и контролить снаружи. Все. Ребят, тут один фир может зарешать всю катку. Так я и говорю, что если ты не пропускаешь и нормально отыгрываешь на входе, то в принципе босс убивается. Если Зерпи там кто-то не есть. Не держит тримор тотемы, так что никакой надежды нет. Просто всем тринки сейвить на вас, и все получается. Да. Диспелить фиры. Так престовские и варовские не диспелятся, алло. Да вары могут и сами. Не, нам надо попробовать, во-первых, тактику все-таки с Баленда и по левому краю два раза. Да нет, это же нет, это все шляпа. Шляпа, это но так. Она веселая, по крайней мере. Может быть, она будет заходить на потысить. Помните, я когда вот... искали ход конем? Ну, сколько-то там, неделю назад примерно, чуть меньше, может быть. Ну как удивить, вот это вот та ситуация, она не работает 100%, надо как-то вот... Ну да, не, просто мы сейчас катаем по тактике, по которой катает рандом, поэтому они играют против нас так довольно жестко, потому что так же играет рандом. Нам по-хорошему надо искать альтернативу. Мы ехали в стройку, разъебали их, и они подумали, ну нахер, и поехали куда-то туда через стройку на нашу базу. Просто когда мы их два раза вайпаем, у них... Не убиты наши лейтенанты, у них одно желание лейтенантов наших убить, чтобы хонор получить. А тут мы их два раза еще раскатали, они даже ничего понять не смогли. И им уже не до дефа, когда мы уже едем убивать ласта, да, они только едут к нашим генералам. Какая должна быть суть?
Вообще, надо попробовать тактику, что вот мы их убиваем на КСК, то есть его не чекаем, потом остается 10 магов и 2 хила, и просто их фармят там. И не дают вообще. Как вариант. Тех не убьем, но тебя все бежит, но основную порежем. И, опять же, им будет не до дефа. Смотрите, еще как вариант нам улучшить пул. То есть мы пугом. Ехали, недавно было относительно, ехали сразу не на Гальву, а забирали Кладбон всей движухой, убивали Пузика, Луи, ну что там местных этих друзей, на Волке этого, а потом шли в сторону Гальвы, но без Гальвы. То есть их деф на Гальве получался стартовый, какой-то бессмысленный. Они растягивались на колбасу, бежали на КСК, сливались там. Респ ломался, часть в пещере, часть на центре карты, там где Балинда, они разорваны на две части. Тоже работало, я думаю, оно и сейчас работает. Угу. Не, и с пулом надо решать вопрос, потому что мы вот очень долго выпуливаем вот эта вот вся каша. То есть по-хорошему пулить всех и разбирать. Там голимые этими... Ну, Алешами дополнительными. Башни чекнули, они появились. Башни забрали, они исчезли. То ну, есть... это понятно. Не, если быстро приезжать и просто сразу всех выпуливать, чтобы танки их там, не знаю, забрали на себя и отвели куда-нибудь там на речку за поворот с двумя хилами, а все остальные в дрэка вылетели. Ты его. Сразу ловишь шип, новую, еще какую-то шнягу. Могут маги это сделать, не обязательно выпуливать или ханты варом. Нам главное их вывести оттуда, принципе... всю толпу, а варм разобрать и увезти. То есть в каком ключе потестировать вариация? Маг вполне... Них чаржей нету или есть у кого-то? А, есть у этих, у воевод. Могут мага и... Там можно вообще по-другому делать. Маг просто пулит, танк снимает одного таунтом и его убивает, а маг просто кайтит там блинками там. И так далее. Это, блядь... Магу-то пофиг на рта, но он это... Вперед ногами, блять, он откайтит, только в блоке. Может на эвейт-спот сбегать, потом выбежать там туда-сюда, вот так. На башню залезть, потом это спрыгнуть. Очень сложно. Работает то, что просто и, знаешь, стрельнул с ружья, забежал за поворот, прибежали и танкуют. Вот работают вот такие простые схемы. Все остальное ошибка, кто-то там кого-то, блять, хильнул и пиздец, сорвалось вайп всем. Ну, потому что нужны какие-то постоянные люди, кто будет это делать и знать уже. Ну, что такое статик? Статик изначально формируется с какого-то, либо изначально из желающих с огромными там, временем и желанием, либо сначала обрастает с пуга каким-то костяком и приходящих, уходящих какой-то, ну, допустим, четверть, либо треть, не больше. Вот это вот жизнеспособная модель. Поскольку костяк будет тащить, а вот эти подтанцовки, они не будут руинить фатально. Просто есть тактики, которые, ну критичны к сыгранности. Сложные как раз, вот именно где куча элементов. Там, где выпал, вот там сложности, а все остальное фигня. Ну, а сложность в том, что у нас постоянно нету варов в достаточном количестве. Если у нас было бы 3 танка там стабильно, было бы чуть проще. Вот Ахмат очень хороший ваг, ну Гусинский само собой и... Он дал ресурс хорошо тоже. Мне вот непонятно, в чем выражается хорошесть танка, когда там надо прибежать, стрельнуть с ружья, забежать за угол, ну там по стенке, ну со своей спецификой. Ну там, понимаешь, зайти в разные стойки, чтобы тебя не фернули, там... Ну, что-то проюзать. Это как бы само собой разумеющееся, если ты этого не можешь, то ты вообще зачем заваривать. Пару дней назад выяснилось, что у нас не все маги с импровизированным ПС уходят, то есть вплоть до такого. Вы слишком хорошо думаете о людях. Вообще очень много времени теряется вот на этих дефах по 5 минут, где можно просто почистить орду на входе, если внутри никого нету и просто пулять. У нас еще профтык огромный, когда мы играем вот эту затяжку. С башнями мы лишаемся ренджей, хиллеры залазят на вот эту сиську, дожди с нее ловят, они набиваются как в табакерку и отстреливаются, и получается, ну, хреновая вообще штука. Они наглеют, убивают там. Да нет, это нормально, потому что мы одновременно колобон с башнями хватаем, а так бы мы только колобон хватаем.
Не, мне понравился вариант, который человек с другого статика рассказывал, что идут на ворота милик, там буквально тогда можно оставить, ну, там... Этот вариант работает только если они через ворота ломятся, если они портуются, как у нас было, а просто по КД. Если портуются, то мы рок перекидываем на центр и режем там их с кастерами. Они их зановят там. Ну вот смотри, вот сейчас сколько у нас магов, плюс сколько, 3 лока. Ты представляешь туда прилетать? Тебе конус в задницу вставляют, ты уже не ходишь. Да. Ты уже не двигаешься, нового дают, ты уже не двигаешься. Нет, знаете, как порт работает? Ты жмешь тренку и спамишь, потом скилл ты прилетаешь, моментально ты прожимаешь фир, там еще какую-то хрень и так далее. Ты знаешь, и я... все милики, они как бы просто там бесполезные на портспоте получаются. Поэтому их убирают. Разве... В макросе в твоем скилла, в моем бэкстабовом тире-амбушевском, ПВПшном таржет enemy player стоит. Я ни в пета не ударю, когда хантер падает в хайндес. Нет, я тебе к тому, что я говорю, что если они портуются, они бегут через ворота, то милики там бесполезные, потому что летит прист, жмет на тринку, потом просто спамит фир. Он как бы моментально просто его прожимает после телепорта и получается во всех... А если они запортуются, там 5 магов хотя бы, они просто всех разваливают. По поводу танков, особо больших таких проблем я не вижу, и тут просто запулить это довольно-таки несложно. Вся вот проблема из-за того, что идет хил во время пула, вот эти 5 метров, которые бежит моб. Да это прочее. Вроде разобрались уже. Ну да, это не вина танка. В танка его вообще как бы особо проблем я не вижу здесь. Взять моба и держать. Определенный какой-то хилер. Мне, да, это хилы, хилы, особенно фиры, которые во время хила там на мобов, вот сегодня такие ситуации происходили. То есть это просто из-за глупости людей, о том, о чем говорили уже много раз, все равно люди как-то... Ну... Так поэтому нужен постоянный состав, а не то, что пришло по объявлению. Такое происходит. Понимаешь, ты же понимаешь, что хилер, который там... И нет, на танк ренюшку, щит, он делает это с побуждения, как бы, саппорта, а не... Да, это я не... Я все понимаю, но все это нужно делать своевременно. Вот в идеале и... это делать паладином, поясняю почему. Если какая-то хурма происходит, он просто жмет бабл, у него ноль игрок. Правильно? Паладин, да. Вот, он может посейвить микрофейл, который может перерасти... чисто своим скиллом, поскольку мы играем несколько... Нет, так не работает. Нет? Потому что он жмет бабу, и когда на тебя уже Дрекс агрился, он бежит сразу показательно к тебе, а не к стенке. И все равно. То есть даже если потом он сбросит игру, Дрек вернется на танка своего. Да, нет, когда уже пошел такой разнос, что Дрек сорвался, то там бабл не спасет, потому что Дрек убегает, его автоматом бьют все милишники. И там начинается дикий замес, потому что все хилы хилят уже милишников. Мы не о том говорим, видимо. Мы о пуле говорим. А вы пули. Да, я пули. Говорю о смерти танка. Блин, а смерти? Его. У меня дефа тут больше, чем у обоих танков, наверное, блин. У меня тут пиздец сколько. Ну, я чисто в деф затаренный. Я могу держать этих мобов, но суть не в этом, тут суть. Ты хорошо на маленьких левелах мобов, как я понимаю, на 60-х очень сильно смотрит. Суть в правильности действий вот во время выпула. Это все решается просто статиком и все. Все, господа, все, никаких дизморалей, никаких, все вообще, все у нас в шоколаде, господа. Все просто, я не знаю, все. Сегодня до 5? Можно шампанское открывать? Нет, во-первых, да, обязательно пора открывать шампанское. Напоминали или что там были? Вполне возможно, что скоро откроем шампанское. Сегодня делаем последнюю катку, господа, потому что завтра мне в 9 утра вставать. Если, конечно, вы готовы, вы оставайтесь, играйте далее. Вот. Сейчас. Начало с 9? Ну, в 9 встаёт. Я сегодня в 12 пытался проснуться, проснулся в 3. Я понял, но мне в любом случае в рейд, и мне еще в ДМ трибут дурацкий идти, так что давайте рейди чек. А еще пинками сходите обязательно, ребят, сходите сегодня. Именно сегодня, надо. Господа, вам нужно сходить твинками. Бусь, ну ты с нами потом поделишься с информацией, не?
Все хорошо. У гуся давайте, новая жизнь сейчас. Давайте последнюю, а то 7 утра уже. А почему сегодня именно? Пинками? Потому что завтра будут определяться брекеты. Количество мест и количество... До завтрашнего ресета Honor Spy. Висим, что ли? Ну, висим пока. Три старенькая, старенькая, но... Короче, гусь не удаляет персонажа. Да, но старая. Ура. Я не знаю, чьи силы в это привникли, просто... 48, господа. Это судьба. У меня только лучше. Да, РЧ на 48. Вам обязательно завтра, господа, подходите. Подходите к часу завтра. Потому что, ну... Потому что. Хотите, подходите к 12 и начинайте там по лейтенантам. Чтобы, ну, форму не терять. Заходим на 48. Но официальное начало будет в час. Гусь, вполне возможно, немножко просрется в рейдах. Потому что завтра два рейда. Вот. Парни, маленькое объявление. Завтра кто приходит, ну, рано, да, с утра будет. Запуливайтесь в любые каналы, просто висите, вы будете сами, можете замьютиться, размьютитесь, когда придет время. Может, по лейтенантам соберем группу, хотя бы там с 5-6, неважно, которая будет их выносить, потом где-нибудь в башке там под звуки пожара сидите в кашле. Да, господа, вот если вы приходите и смотрите, что в Дискорде мало человек и не заходите в него вовсе, это играет с вами же плохую шутку. Пусть знает, потому что... пожалуйста, чтобы в нем просто как статус сидеть, что ты есть и готов, если что, перепрыгнуть в живой канал. Что еще раз? Канал создай, чтобы в нем сидеть, чтобы показывать, что есть кто-то. Там в гостевой же есть. О, комната ожидания. Заходите в комнату ожидания все и сидите. Просто звук есть. Там звук есть. Так это плохо. АФК канал. Который просто садишься, да, и там нельзя... Я не умею. Понял, что твою жопу было видно, что ты есть, типа. И вот утром это важно. Люди видят, что есть движуха. Зашли в Альтераковский, создали офицерскую группу. Ну, неважно, лучше, чем самому. И можно... Да, в любом есть гайды, как все это дело настраивать на Ютубе. Да там звук ворует. Просто включить, или галки, или бегунки, не знаю. Он просто, чтобы гусь не боялся. Я не умею ничего делать, хозяин... у тебя прав нету? У меня нож на ней есть, я ничего не умею, говорю. Попробуешь после этой игры, возьмешь самый-самый нижнюю комнату, там полазишь в настройках, там все можем. Просто. Сейчас по галактике. Гусь, мы можем даже знаешь, как сделать? Давай я позову Ини, наш стаб. Он порулит 2-3-4 катки. Вы просто посмотрите, как он рулит. Вот, и, ну, подобрем... Я сразу скажу, что пидорасы. Тихо-тихо. Вот его тактику. Давайте просто вправо. Даже так? Я... Но я с ним поговорю, я думаю, он прислушается ко мне. Там, в принципе, все то же самое, по большому счету. Блин, хотел бы я быть таким же социальным. Понимаешь, выглядит... Я поговорю, там все. Все то же самое. Это как автомобиль, 4 колеса, руль, да, до сих... Нет, ну я же бегал, как бы, я же видел, в принципе. Не, может, он со своей этой стороны укажет какие-то ошибки, недоработки, там, еще какие-то... Нет, я только за, господа. Я к вам могу привести Enclave и Red Panda. Собственно, вы с ними уже бегали. Если к нам приведут еще и Ейни, это будет просто супер. Вы же уже подуправлялись. Пандой. Лево, право. Лево, лево. Вот видишь, в чем момент? У нас очень ротация большая. Можно пригласить кого угодно, но он будет, например, в первой половине дня, а во второй играют другие люди. Ну, не все, но процентов 35-40 меняет.
Главное, что 60% было одних и тех же, это по норме управляемости. Нет, ключевых персонажей были. Главное, чтобы были... Там, Хеллоу. Главное, чтобы были одни и те же пара и пала. Файнд, у меня есть идеи насчет, насчет этого. Сколько магов у Эни? 4 максимум. На себе. Маловато. Жестко. Ну у них такая тактика велика. То есть. Есть свои плюсы и недостатки. Не нужно говорить, ну, думать, что. Да нет, это не суть. На самом деле, там дохуя луков, на самом деле. Там луков штук 10. Хотя я считаю, они в принципе не нужны. Для взрывного бёрстового врыва противника они... Что-то странно, что я вот смотрю топ 100, и там локов, да, ну, даже вместе со мной фишкой от силы штук 8. Сколько они фармят? Ну, они там разные, как бы. Там постоянно, в принципе, 10-15 человек, остальные все, как бы, приходящие, ходящие, авкающие. Типа сейчас там, наверное, какие-то, которые с нами играли еще, да? Ну, я не знаю, сейчас там на самом деле и палов мало, там сейчас палов максимум там 2-3 играют. Справа же. Потому что, в принципе, я объяснил нашим паладинам, что им Б3 фармить на этой неделе нахуй не надо. Вот, и все решили расслабиться. А хартов сколько? 2. А то у них ренджевики-то все локи, что ли, дамажат? Да. Так, там получается локи, маги ну да, локи, маги. Получается как раз штук 15. Антон, походу, вообще самый малочисленный, не считая друидов, класс. Ну там ханты с фуллыми травками, которые, вот, и вот именно ханты вот на базе, один ха... Там оба ханта стоят, короче, на вышках, вот, и кидают трапа. Трапы не кидаются в классике. Нам надо слазить и ложить трап. Да, я только в лича, по-моему, вели. Да. Ну ты понял, но они просто подходят и... Ну, не знаю, может быть, подходит, но... Он же со спектрами бегает. Ну, факт в том, что пока арта стоит в этих трапах, там бары просто выебывают орду, на самом деле. Там дошло даже до того, что орда боится зайти к себе на базу. После того, как мы убивали магов по 18-20 раз, которые просто по КД портуются, что-то я сильно сомневаюсь, что орда... Да мы в каждой вот этой катке, где мы башни вот эти коптим, я просто смотрю на чат, я вижу 11, 10, 9, 12, ну смертей... Нет, вот мы же обсуждали только что убивать? Просто... Ребят, убивать можно по-разному. Можно просто как бы убивать в замесе, но при этом замес может быть равный. А когда замес... Когда замес доминирует, как бы, то есть это другое уже убийство. Штандарт ставь. Не ставьте в проходе, блин. Надо подождать. Под жопу лучше ставьте. Пора. Все. Приз какие-то. Дрэк 50 можно всем, и миликам, и всем вообще у него с личностью добить. Так,
Тахитыч, если ты здесь, ответь мне в ПМ. У меня есть еще время? Ну, так, давайте взял, еще да? Игру. 4, 3, 2, так, я что-то... Киногрупп, чтобы не мешать. Окей. Утром приходите. Ждем. Висит. Тринадцать. Приветствую. Дель Надрис. Чек 13. Заходим. Халява грифонов саммонит. Да он репу качает с городами. Там ПВЕ как. Там же только Стальгор качается, не? Всем города качаются. По очереди там, просто? Там просто смотря кто добежит. Там как-то странно, короче. Не, там в зависимости кто добежит. Приоритете Стальгор, прогай. А потом остальные. Если... Никак не связано с тем, кто побежит. Просто если кристаллы сдавать, всегда качается больше, 14 дают. Ну или 13, если вы не человек. С остальными фракциями дается по 3. Я просто по факту в чате не отображается остальная фракция. Пока вы со Стальгорном не докачали. Ну, допустим, у меня Стальгорн докачался со Штормом уже. И качается Гномериган. Есть квесты чисто под Гномериган, там дают 7. Но они сейчас демоны, все, это, по-моему, из шахты. Слышишь? Сейчас все квесты за все медальки, все виды медалек дают мне изгнанники Гномериган. Каждый из квестов. Исключительно. Ну он только вот, он один только у тебя остался? Еще Дарнас. И хочу сказать такую штуку, что он тоже время от времени не каждый клип подкачивается, но пишет все равно Гномериган. Там, видимо, отображение неправильное, там альянс. Кто не зашел, 13 БГ, у нас еще есть места. То есть все города можно прокачать, если сильно желается. Толку ноль. Ну по 3, конечно, это долгая история. 3-4. Проще тканями сдавать. Ну, квест у друидов там есть возможность сразу по 5 сдавать, там нормально дают, там по 15. Короче, проспамил я макрос, когда мы выбежали из пещеры, и пишет мне сейчас тип с ником Аспай. За что? Дискусика из Дискорда перекиньте, пожалуйста. Сейчас. Угу. С нами залетим. Спай, это макрос на рандома. Он пишет всем, а не конкретно тебе. Правильно сказать было бы, что он пишет никому, просто пишет. Эмоции. Он нас слышит. Мандалорец покинул же серверную группу. Ой, стоп. Убейте. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. У меня нет цели. Нужно подойти поближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сильно не гонимся. Что-то нас мало как-то. 34.
сколько было, столько и зашло. Арбисор. Хоть магов 8. Я пока не могу прочитать это заклинание. Теневой транс. Это заклинание защиты. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Фигчик резну. Нет, не резну. Спасибо. Ты где, в предбаннике? Да, я там туда очень много. Я пока не могу прочитать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать. Ну, харды, блин. Надо подождать. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Это заклинание еще не готово. Сначала нужно выбрать цель. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Слишком далеко. Так, давайте отпиваемся чутка на кружочке. Ой, что-то я заспаю. Жесть, смотрю стрим халявщика, у халявщика в два раза меньше хонора за эту неделю, чем у гуся. Хотя гусь первое число вообще умер. Кот тоже много пустит. Так он каждый день немножко умирал, по-моему, на пару часов. Он призывал елочку на меду. Так, давайте, поехали, поехали, поехали. Я застрял. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Под пульте обязательно, не забудьте. Я за Луи схожу. Надо я попробую. Меня слышно? Да. Да? Надо подождать. Вылетел. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Что-то нас грызли тут. Надо подождать. Мне нужно. Так, что-то да, нам надо было развернуться. Щетки. Это заклинание еще не готово. Разворачиваемся. По печеньке, никого не подпуливайте еще. Не было толстяка и дардоши, я так понял. Луи бежит он. Да пусть бежит. Дотайте его, он сгниет и так. Я его подержу, ничего страшного. Танки. Не достаю, слишком далеко. Разворот, да разворот. Не надо там до конца до них. На печеньку, господа. Давайте подпуливаем дардоша на печеньку. Это заклинание еще не готово. Держим оборону пока я здесь. Нет, сейчас подойдет толстячок, убьем толстячка. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Нужно подойти поближе. Ждем павших здесь. Это заклинание еще не готово. Надо вам там кладбище отжать в любом случае. Вы тоже убили уже. Так а дардош-то где? Веду, веду. Куда? Вниз. А. Все вижу. Жикина кинул тебе. Все, пятимся назад, пятимся назад. Это лаз, да, катка? Не знаю. Она уже пятая пластовая. Ну, блин, это не от меня сейчас зависит. Сумка там минимум. Зависит от того, как быстро Тахита пройдет. Да. Ну, я поймал дезертира 15 минут, так что через 15 минут пока буду готов. Если будет. А что сегодня было, гусь? На нашем МК. Мы, короче, набрали бафов, пошли в гору, а там эшелон с саперкой. Опять новый МК. Капец. Человек. 12. Что, вы проиграли эшелон? Да.
мы пошли все в узкий проход, а там они с саперками стоят. Так, да по маунтам, быстренько. Быстренько, это давайте, видно. Садимся, на КСВ едем. Блин, я к вам не пройду через... Галина опять, сейчас попробуем. Я сегодня посмотрела стрим, Наташа, как вы с бафами... Не надо, вот не надо, пожалуйста. Вот, just don't tell it to everybody. О боже. А мы по два пака пули. Мы по три выпалили, мы выпалили все и просто сдохли. Вы что, монстры? Зачем? Я не знаю, в видосах кто-то насмотрелся. А можно гусь немножко выкобениваться начнёт? Вы там по шесть пулите. Да, да. Знаем что ли, что вы там? Уже почему-то делаете. Кстати, а кто-нибудь последовал? Гильда, гильда кого? Самый прикол в том, что вы вайпнулись из-за того, что вы уронили танк. Я знаю. Потому что не было паладина нормального, что я не в курсе. Ну, паладина нормального забанили. Поехали на ПСВ. И сейчас будем держать барону в одно... без елочки, короче. Будем только ПСВ держать. Не, ну так... Там Орда также стоит, все, анальная оккупация. У нас 4 часа рейд, нет там никого. Не, ну так-то вообще у вас было 36 человек, можно было еще 4 добрать. Даже без баф и вообще без химии. Вообще никого не было. Вообще не было никого. И эта политика была такая, что обязательно нужны баф, химии, не поэтому правда, народ не пришел. Неправда. Мы, у нас было 32, именно политика, потому что Айкаш, например, сказал, нахуй мне пить на трэш и хия, пот и химию там и так далее. Если бы просто объявили набор, он бы пошел. Вы лиги, просто безобидно. Сделай ты потише из РТ. Сер, потому что не ДКП система, да? Поэтому так народ избирательно ходит. Так, давайте выходим через мост. Кладбище отжали. Давайте убиваем это все дело. Не даем им концентрироваться в своей точке сбора. Гусей есть рекла? У меня? Фирвард нету. Рекла есть. Но я, подожди, не надо мне, я же танк. Я хотя кто-нибудь код бот, смотрите за ним. Мне реклу не нужно давать, я потому что там... Даля, посмотришь за кладбой? Да, да, да. А на кладбой не его? Продали магов. Даля, есть разбойник, имею в виду. Ну я буду кричать. Ок. Я все сохраняю на ШВ это дело, потому что, ну, выполняю свою роль. Вот. У Эйни, кстати, есть? Поймал разбойника. Мелинага, Рейхи, Пала, Геоден. Гидеон. Надо подождать. И вот все уже можно... Айзерните, у Энни есть чисто, ну, дип-проте? В проте. Стронг один и все. Что? Стронг один и все. А, ну то есть один прот все же есть. Ладно, все, да. Понял, принято. Ну, он практически ничего не танчит, на самом деле. Ну как, а Дректара? И не танчит с двуручкой. Слушай, там столько варов у них, так что там танк не нужен им, в принципе. У них милик лиф. Там где замы? Там еще один вар. Там директора умирает секунд за 20, в принципе. Рога. То есть может не спекнуться? Не знаю даже. Да зачем? Как бы под все сетапы есть так. Не надо, под все сетапы есть тактика. Под все сетапы тактика есть на 150 тысяч хоноров в день. Это мне не катит. Ну, если ты уверен, что ты половина рейда покусишь, у тебя там есть, например, там какая-нибудь двуручка пиздатая, то почему бы нет? Я все время бегаю с двуручкой и танчу вообще на изи. У меня этот жнец. Потому что, в принципе, вот как бы там есть пары с кромкой, ну и без кромки передамаживает всех вообще в разы.
он просто говорит, так, я подрубаю рекламу, не придам. Минус рейтарды, вообще, полностью весь. И так смотришь, в принципе, у Ини. Да, и так смотришь, у Ини там 40 киллшотов сразу. Сейчас задают. Да, на задаю сейчас. Дайте сапик. Сапик, дайте под флаг. Так, господа, ждем срочно подкрепление. Где именно? Да уже нигде. Ой, блин. Ну, пораньше я говорить. Я думаю, ребята, все. В этой регруппе, я не знаю, где у вас. Че там с ДМ бафом? В эти КСК хотя бы. Да ничего, пока с ДМ бафом. Почему вы перед рейдом не делаете? Во сколько? Нет. Делают и перед рейдом у нас некоторые психованные в 8 утра. До 8 утра что-то как-то осталось. Мало времени. Давайте, да, на трусиках игру. А у вас какой БГ? 13. Есть место одно. Да я бы не заходил. Да, вполне возможно, блин, я даже не... Я уже сам. Тахиточ, как обстановка? Сейчас еще. Еще пак. Еще же долететь надо. То есть, в принципе, вот как бы, ребят, что вы понимали, прот нужен для, для чего? Чтобы вы были сразу 6 воевод, вот про что я вам говорил, да? Как бы танк и 2 хила заходит слева, хилы остаются как бы на ступеньках, вот, танк, значит, а весь рейс заходит справа. 6 воевод проту вообще ничего абсолютно не сделают. Ну, не знаю. Но они, я... Они дамажат... Давайте, блядь, сейчас замес будет. Они дамажат именно крутилками. То есть как бы прот крутилки Прочь. Выдержит. Ну я чистый прот, и вот у меня full gear. У меня практически full gear существующий на данный момент. Я 6 мобов. Ну такое. Ну а один тебя не убьет. 2 хила тебе захилит. Вполне. Я не пробовал, но что-то мне так сомнительно. Вот если нон-стопом спамить просто по тебе, вот, а тебя воевод не убьют. Ребят, можно я скажу, вы заебали пиздеть, блядь, за миссию? Мы пиздим и хилим, все нормально. Верно. Да, верно. Жесть. Я думаю, тут, ну, давайте еще что-нибудь попробуем, но катку растягивать на 40 минут я что-то не хочу. Давай телепогнемся, закупимся и все. Да, давайте так и сделайте. Кто значит все, кому ничего не нужно, давайте, включите слэш АФК. Кому что-то нужно, телепортируйтесь, покупайте, что хотите. В общем, всем до завтра, всех в час. Ожидаю. Зерните, ожидаю твое подкрепление. Ну, я постараюсь. Я поговорю с Эни, на самом деле, чтобы мы хотя бы там, ну, игры 3-4 зашел, порулил. Хорошо, было бы очень хорошо. Все, давайте, всем до связи. Я еще с вами здесь недолго. Я имею в виду в канале. Все же вас.
Зерните, ты тут? Блять, ну и Кивасик, да, да. Боёб, просто. Тём, такую вот херню написал. Какой-то канал, ты мне расскажешь. Я бесит этот человек. Расчехлила макрос. Ну пойдем в PvP 2. Давай. Ой. Угу. Мы вместе пошли вообще не в тот канал. Ты вообще понял это? О боже. Жесть. Кошмар. Слушай, во-первых, как ты собираешься это делать? Ну, так, чтобы тебя никто не... Потому что вот ты только написал... В смысле, я завтра поговорю с Эйни, я скажу, что, блядь, чувак, давай... Обязательно через него делать. Да, скажу, давай чуть разбавим припейта. Да, как да, бы у тебя очередь. Да. Вот, я заберу там у тебя 4-5 хилов. Вот, потому что как бы они все... Ну, на самом деле, в принципе, как бы я это все завтра обыграю бы чисто ради теста. На самом деле, ради теста. Угу. Вот, ради теста он, в принципе, даст. А там посмотрим, на что примет у себя способен. Смотри, тут проблема в том, вот я тебе как человек... Ага, значит, подожди, мы на стриме. Сейчас я выключу свой стрим. Дабы... Всем спасибо, кто смотрел. Если кто-то смотрел, пока.